Ну, зашевелилось что-то Смотрим пустыня на цвет Мохаве. квадратика. Это да, это, кстати, важно. Ну, пока вроде ничего так. Ты шевелишься, Ева Пока что он шевелится. зелененький, да. Ну, точнее, не Ева, а или ее как раз Ева зовут. Не, Ева вряд ли же, да, там же какая-то другая Нет, история. там, да. Ая! Если верить заставке, Ая Брей или что-то такое зовут. Так, ладно. Ребята, здравствуйте, доброго вечера. Потекло, протечка есть. Зафиксирована протечка со стороны чата. Спасибо большое за то, что бдите, за то, что отслеживаете эти моменты. Это реально помогает. Фен тихий, Ваня тихий, сразу А, фидбэк ну... пошел. Здравствуйте. А вот так лучше, наверное, будет. Классически. Ну, Я даже не рассказывай, помню, что что я ты записывал записывал на последний раз. микрофон. Я не Что... помню, что я записывал последний раз. Наверняка историю серию какую-нибудь опять. Нет. История Ну, серии с этого месяца съехала и уехала на чуть подальше, попозже. ё-моё. А Потому мы что так тут ждали. обзоров всяких. Чё ж, придется без One Piece пока посидеть, ребята. Что ж, еще раз всем привет. Вы на Twitch-канале Stop Game.ru. Сегодня пятница вечер, господа. А это значит, что настало время ретро-реквеста. Регулярной передачи стримингового формата, в которой мы собираемся все вместе. И как давай наслаждаться старыми добрыми играми, вспоминать былое. Знакомиться, возможно, с какими-то скрытыми алмазами. Но в любом случае, все это про ретро. Поэтому ретро-реквест называется. А почему реквест? Да потому что вы можете заказывать какие-то игры на стрим посредством донатов. Мы ведем соответствующий список, он в правой части экрана отображается, все там сейчас заносится, все наглядно и понятно. Иногда принимаем мы новые игры в этот список достаточно объемный, но не сегодня. Сегодня пока еще у нас по-прежнему перебор, 219 игр из 216, поэтому если есть желание поддержать нас, то и поучаствовать вообще во всей этой движухе, то обратите внимание на те игры, что крутятся в этой карусельке. Сегодня у нас Parasite Eve 2. Первая часть была уже в ретро-реквесте, не помню когда, но в любом случае вы запись можете отыскать в блогах. У нас там есть соответствующая тема ретро-реквест, где по поводу нашей затеи все-все-все расписано, там же хранятся записи. Сегодня будем знакомиться с сиквелом, и, как по мне, очень любопытный будет эфир. Ну, лично для меня прямо совсем любопытный, потому что я в курсе, что вроде они достаточно сильно по геймплею отличаются. Интересно будет узнать, наконец-то, в чем же конкретно разница. Осталось лишь представиться. Меня зовут Глеб Мещеряков, а на экранах у вас... Иван Лоев! Который, собственно, в первую часть и играл. Да. Ну, честно Ну говоря, что, нифига не помню. Какие ожидания? Чё? Какие ожидания у тебя? Я не знаю. Чё-нибудь, чтобы было... Про... Я даже не знаю, как это описать. Короче, что-нибудь я ожидаю. Я ожидаю, чтобы было клево. Вот, это главное мое. Да, это самое главное. Молодец. Вот Фен, он гедонист вообще по своей натуре. Я всегда замечал это. Поэтому будем в эту сторону и ориентироваться. И мы еще параллельно решили посмотреть заставку. В смысле, я. Ну там вот что-то такие жесть местами какая-то. интересные кадры. Да, если что, игра выходила только, ну как только. Она игра с PlayStation 1, но потом была на более старших консолях доступна вроде, ну, через, ну, просто как бы через официальный внутренний эмулятор. Ну, через сеть Network. Вроде бы, как бы так, да? Я могу ошибаться, конечно, по-моему, да. Ну, я видел, ну, что то ее есть... как-то можно запустить на PlayStation 3. Ну, но наверное, так. что-то я не стал, короче, распаковывать свою упакованную убранную плойку. Вот. Поэтому просто эмулятор. Тем более, что типа с переводом, потому что обнаружилось, что у
Я не помню, что было, когда я гуглил первую часть, но у второй оказывается, типа, миллион каких-то переводов. И тот, который вот, собственно, я сейчас воткнул, если он не врет, он был закончен, типа, в 19-м году. То есть это какой-то прям супер свежий, должен быть, наверное, супер, там, типа, учитывающим все тонкости и так далее. Но, типа, то, что я успел увидеть, это то, что здесь, по-моему, даже текстуры переведены. Потому что надпись «Выход в первой локации», она прям, типа, «Привет». Выдержанный, можно сказать, перевод. Да. Ну, да. Давайте тогда. Я могу сказать, что первая часть, несмотря на то, что Фен в нее играл на нашем эфире, я прям заинтересовался, потому что там было... Ну, во-первых, мне понравился сеттинг, что какая-то дичь происходит в рамках, ну, достаточно знакомых таких тривиальных декораций. Ну, в общем... То есть, как бы это передать? В Parasite Eve 1 как-то меньше, ну, я не знаю, глобальность ощущалась, которая есть в Resident Evil, например. То есть, Resident Evil там прям, ну, типа, ну, прям все, капец, ну, жесть. Там все подыхают, умирают, зомби всех атакуют и так далее. Да, а в Parasite Eve такая какая-то как будто более локальная история. А то завтра на работу. Проговорила, если что. Вот. Ну, во всяком случае, мне так воспринималось это со стороны. И плюс вот, ну, в атмосфере обычного города, в общем, интересно было. И по геймплею, что это вроде как не Resident-like, а, ну, странная такая action-JRPG даже. Но теперь будем сравнивать с второй частью. А чё, где это вроде как выглядит практически как... полностью Resident-like, особенно вот по таким геймплеям. Ну да, да, это ну, то оно и ожидалось. Брина, спасибо большое за 767, 777-777. Ты не забываешь писать, на какую игру. Я вроде помню, что на Сибирь, но на всякий случай это нужно указывать. Я добавляю на Сибирь 2, если что. Да, если в прошлый раз мы тоже на нее добавили, потому что... В прошлый раз после эфира обнаружилось, что я не увидел никакого маркера игры. Ну да, да. Ха-ха-ха. Пришлось потом добавлять уже. Нагонять. Да. А, это что, это не твой геймплей был? Или тебя... Не, это был не мой геймплей. Я сейчас нажму на кнопку «Играть сначала». Мы нормально начнем сначала. Посмотрим какое-нибудь вступительное видео, потому что я подозреваю, оно здесь есть, потому что вроде как... Должны рассказать, с чего... Ну, типа, игра в большой степени сюжетная. Насколько я представляю. Вот, ну и тогда давайте, собственно, и начинать. Да, по-первым. С момента трагических событий в Манхэттене прошло 3 года. Не знаю, надо ли это читать. Сука! Да, конечно. Я уволилась из полиции и стала охотником на монстров в Лос-Анджелесе. Охотник на монстров. Ну, то есть это уже обыденностью стало. Да. Так, я взялась за очищение страны от сбежавших из Манхэттена существ. Эх, ну в первой части завязочка мне больше импонировала. Ну там была какая-то песенка. Мне не довелось встретить других носителей митохондрии Евы. Она исчезла без следа. Вот с таким вот звуком. Всем привет и хорошего вечера. Как обычно, на Да, донаты, спасибо большое. Всё, спасибо. Прочитаем. Монстров становилось все меньше и меньше. Нам становилось все скучнее и скучнее. Ну да, я тоже хотел на этом обратить внимание. Моя война с ними должна была вот-вот закончиться. И это была самая скучная игра в истории. Надо было просто прийти и убить одного монстра. Музыка клёвая, кстати. Вот. Но в один
из холодных осенних вечеров. Что ж там случилось? Анна застрелила женщину. Заткни свой рот моим соском. А за что? Тыч-тыч-тыч, гатыч-тыч-тыч, гатыч-тыч-тыч, что? Не знаю. Тыч-тыч. Дотыкал. Спасибо. Спасибо большое. Так. Это, типа, пойду я или не пойду проходить обучение? А, уже геймплей пошел? Нифига себе, так быстро. В японской игре так быстро геймплей начался. Вот, да, я тоже сижу, думаю. Я думал, сейчас мне 10 минут катсцен будет. Музыка. Безумный король, засада. Поднимите перчатку. Давайте, безумный король звучит как-то интересно. Бери оружие. Понял. Уровень. Один. Чтобы узнать. Так, сейчас я все добавлю, ребят. Все прочитаю, чтобы ничего не у нас не это не затерялось. Смотри, сейчас все ваши донаты добавляю. Так, профсоюз троглодитов на героев 3 закинул 200 рублей. Есть ли в паразите троглодиты? Спрашивает он. Если есть, вступайте в наш профсоюз. Сейчас будем выяснять этот вопрос. Спасибо. Кейтер Буллет 100 рублей. Здрасте. А я думал, что Глеб сегодня будет играть на Готику 2. Но нет, фен. И добавлено. Играю я, да. Стеар 905 закинул на Sonic 3. И Садовник Смерти с классической композицией выступил в адрес Готик 2. Это все было добавлено. Спасибо. Так, давайте. Все, я сейчас еще, знаете, еще, что надо сделать? Сейчас я вот это закрою. Все, теперь. А, и вот это закрою. Или не... А, да, закрою. Все. А, как же диалоги по полчаса? Да, вообще нетрадиционно как-то быстро началась игра. Может, анимацию донат поменьше сделать? Ну, в целом можно, да. Фен, у тебя она как будто больше, чем у остальных. Не знаю, хотя, может, у меня такая же. Но это так. Ну, на будущее, возможно. Могу, конечно, и прямо сейчас это поменять. Но надо ли? Да. Смотри, как сам. Пропушили таки мою любимую паразитку. Здрасте, чат. Всем здрасте. Да, ребята, кто к нам присоединяется, пока Фен тренируется и набивает морду этим мишеням. Всех еще раз готов поприветствовать. Да, и... да, всем доброго. И в частности Ириску Киску. Которая занесла 1500 на психов. Добавлено, спасибо большое. Так, пытаюсь начать чать. Глеб, скажи, пожалуйста, что Фен думает о последнем походе широкого фила в магазин. Не знаю, почему. Ничего не думаю. Ну то есть, чё думать? Ну купили и купили, посмотрим, что из этого. Ну, то есть, я такие штуки люблю садить по итогу, а не разглагольствовать. Фил Спенсер, широкий Фил. Ну, да, я думал, да. Блин, может быть, это какой-то псевдоним, широкий вот, Фил. Вот, кстати, да, на тему того, что я думаю, как модератор сайта stopgame.ru, я ненавижу Фила Спенсера за то, что он связан с мемом про Фил ебёт. Мне пришлось удалять что-то комментариев, по-моему, 20, которые по-всякому такие, типа, ха, мы будем об этом шутить. Ну, такова жизнь. Ну, да. Судьба твоя модераторская. Там будут длинные диалоги и заставки. Окей, Рено Феникс, будем ждать. Интересно, Фен дойдет до пустыни? Так мы же начали вроде Махава, или нет? Или она не, в Нью-Йорке? Не, мы начали в... где-то. Я забыл, ну, где-то. Лос-Анджелес, ну, если... по-моему. А, Лос-Анджелес, подожди. Она говорила, упоминала Манхэттен. Это то есть по всей стране разбрелись, да? Нет, события были, да? В Лос-Анджелесе, на Манхэттене первая часть, потом она, ну, видимо, они по уехала... всей стране разбрелись, да? Ну, судя по всему, да, как зомби. Угу. И положено. Ладно. Вы помните такую игрушку, как Heavy Metal Fuck 2? Да, помним, Dark Punch.
Привет, ребята, да, всем еще раз здравствуйте. Ох, ёб, готов смотреть эту игру от начала до конца. В свое время нравилось даже больше резиков. Вообще, да, народная любовь очень сильна в адрес Parasite Eve. Ну и в адрес другого резика-клона Dino Crisis тоже она сильна. В принципе... Но в рамках нашей передачи Parasite Eve все-таки обогнала Dino Crisis, потому что Dino Crisis однажды была в эфире, а вот Паразитка во второй раз. А самое интересное, что они даже резики обогнали. А, ну как, Dino Crisis вровень идет с резиком, потому что один раз, по-моему, резик был, и то недавно. Ну да, да. Она хотела бы жить на Манхэттене. Но там монстры. Да тут монстры, как бы, везде, судя по всему. Приятные у меня воспоминания, они из детства. Папа проходил, я смотрела и думала еще чуть-чуть и сама пройду. Но она была на японском, и пришлось часто мучить папу помочь. Но с горем пополам пройдено. Позднее, конечно, перезнакомился, так сказать. Мистер Сплотникова написала. То есть у тебя папа знал японский? Ну, он, возможно, просто понимал, на какие кнопки надо нажимать, и все. Запомнил. Но, может быть, и знал. Потому что... Ну, в общем, очередная волна ностальгии захлынула чат. Это приятно видеть. Да. Сука! А в этой игре озвучка, ну, не предполагалась, да? Я не знаю. Ее... Вот я две версии достал. Одна версия вообще без звука запускается, поэтому я не... Ну, короче, не знаю, подразумевается ли в ней. Потом я подумал, что у меня что-то не то... С эмулятором я его потыкал тыр-пыр-мыр, короче, ничего не заработало. Я парочку других скачал, на них тоже звука не было, я поэтому другой образ достал. И... Ну вон, да, в чате тоже пишут Джаксли и Atmos Day, что озвучки нет было. Так. А вот жаль, потому что, типа, игра на двух дисках. И... Ну хотя, может, она и на двух дисках, типа... И без этого сильно много занимает места. Ну да, он говорят, что это вообще фирменная проблема Square'ов. Это же разрабатывал Square Enix. Ну точнее, не Square Enix сама, ну, а одно из их подразделений. Да, ну кстати, да, текстуры реально переведены. Оружейная, выход, тир. Прям все честно написано. Размылено, аутентично. Ну да. Карли Церкио приносил 106 рублей. Привет, Ваня, привет, Глеб. Ваня, тащу как могу. Глядишь, когда-нибудь таки дотащу. Sai of the Mind Gate Conspiracy. Сейчас добавим. Спасибо, я верю, что ты дотащишь. 106. Пока не дотащишь, я ее удалять не буду. Добавил. И дочь Солода закинула 5 евро на иску Якудзы. Сейчас не очень понял. Ну, мы иски не делаем, к сожалению. Да, у нас сугубо про эфиры передача, ну вот я имею в виду ретро-реквест. Так что, дочь Солода, если хочешь, мы можем обратить твои 5 евро в пользу какой-нибудь из тех 219 игр, что сейчас крутятся в правой части экрана. Если есть желание. Так. Я говорю, не мог пройти игру из-за перевода, игра топ. А почему из-за перевода не мог пройти? Там тоже какой-нибудь баг был, типа Silent Hill'овского какого-нибудь. Ну, типа, это не из-за перевода, а из-за пиратки, конечно. Не знаю, предполагаю. Когда Солод уйдет, вы берете донат, закрой рот с моим соском. Мы просто вытравим присутствие Солода с сайта. Мы уничтожим все его наследие. Потому что... Иначе на стоп-гейме не прощаются, блядь. На русской версии был баг, что хорошую концовку не получить, пропадал один перс в одном моменте. Понял. Так. Это не дочь, а сводная сестра, которая застряла. Ну, это, в общем, не будем уже погружаться в эти детали. Это уже начинается разбор какого-то этого самого ролика на Порнхабе. Ну,
Мне кажется, тоже за перевод не проходил, в конце первого диска застрял. Блин, ну это да, это, ну, к сожалению, не единичный случай, скажем так. Что перевод запарывал. Ну, просто в техническом плане в каком-то моменте что-то ломал. Пушкарь только проснулся. Нифига себе, ты живешь, конечно. Пушисто. Ну, нормально, да, в целом, да. Просыпаться под Pirates Thief. Заткни свой рот моим соском. Консервы, консервы вокруг. Дочь солода еще 5 евро. Да не надо на игры, это просто вам от души. По скриптам, но можно даур на иску финалки. Не, ну, на иску, опять же таки, не принимается. Спасибо, спасибо. Засчитаем, как просто нам от души. Спасибо. Спасибо. Да. О. Отправляйся в центр города. И пиво будем делать только из ячменя, чтобы никакого солода в нашей жизни. В компании-то... Чё? Первая миссия душная, начиная с пустыни, игра раскрывается. А, то есть сначала сейчас идет у нас Лос-Анджелес, а потом пустыня, да, Мохаве? Тут больше ничего нет, если Фен не собирается убивать призы из тренировки. Не, я не собираюсь. У меня вот сейчас сообщение о том, что у меня на карте памяти нету места озадачило. Смотрите, там телефонный справочник прям переведено. Я задумался, как менеджить карты памяти на эмуляторе? Этом самом. На эмуляторе. Не знаю. У меня, кстати говоря, оно как-то это само что-то подсасывалось. Я даже не помню. Мне казалось, он тоже их типа каждый раз под новую карту. Ну, в смысле, под новую игру он делает новые карты. Потому что раньше никогда ничего такого не возникало. Ну, у тебя в любом случае квиксейв же должен быть. У меня по умолчанию F1, F3 сейф лоуд. В PCX и, ну, вот это вот. Так, а я могу как-то свернуться, но не выходить? Не факт. Из последних новостей группа энтузиастов правила перевод и поправила баг. Выложили версию на всем известном сайте, который типа закрыт. Понял. Паразитка, моя любимая, товарищ, спасибо вам большое, уважили. Да не за что, рады стараться. Это же не нам спасибо надо говорить, а тем, кто продвигает игры, прежде всего. Глеб, где фен-образ взял, спроси. Там же, где и все. Я думаю, да, просто тупо в интернете. Да. Блин, какая человая музыка. Давайте мы не будем уходить никуда с этой локации. Чё-то прям... Чат, про черную так. Карточку рассказывать не будем или тут такое не приветствуется? Да у нас приветствуются любые незапрещенные законодательством или нормами Твича темы. В основном мы, конечно, говорим про еду, но можем про черную карточку поговорить. Так, а если вот сейчас я на F3 нажму, то ничего не произойдет. Или, ну, это, значит, через Escape делается? Функции. Нет, на лету. Но у меня так на лету делалось. Вот я в этого, в овцу, собаку, волка играл, когда. Ну просто я вижу save state F1, load state F3, но я для этого должен альтабнуться в саму игру. Ну, в смысле, в менюшку, в основную. Ну, не знаю, не могу сказать. У нас опросик тут забабахали. Товарищи модераторы, играли ли вы в Parasite Eve 2? Можете поучаствовать, проявить свою активность и гражданскую позицию. Вариант ответа «да, нравится», «да, не нравится», «нет, не играл». А где вариант «не играл, но нравится»? Не играл, смотрел, понравилось. Не играл, смотрел порно. Воу.
Наверняка же есть по паразитке. Оно в игре должно работать, разве что неправильно настроенный муль. Ну, у меня, да, у меня все прям, ну, как бы, как ну, в Меднофене, грубо говоря, работало с 8-16-битными консолями, ничего не придумывал. Все, что я знаю про Resident Evil, я знаю только из прогонов ЧГК. Тоже пойдет. Так, ну, блин, Ян Ленин решил переделать. Решил переделать голосовалку, и у нас все бюллетени, которые были уже опущены в этот ящик, они все пропали, к сожалению. Ну, что поделать. Глеб, Ваня, как лично вы относитесь к франшизе Halo? Я пробовал в классику, в классическую часть играть, но, ну, типа, продвинулся докуда-то. Но мне что-то очень быстро надоело, не знаю. Я такой, я после Халфы, Халфа мне очень зашла. И такой, ну, надо поискать что-нибудь такое же прикольное. Экшон с сюжетиком, с каким-то, с прикольными локациями. И вот Halo попробовал, но мне не зашло. Я в Halo не играл вообще. И это все, что я могу сказать о Halo. Она меня как-то... Никогда она во мне не вызывала, типа, желание пойти приобщиться. Большинство людей знакомились с данной игрой с переводом от двух людей, Лисы или Кудос. Кудос, ох уж эти Кудос. Я даже в какой-то степени рад. Ну, то есть, при всем уважении. Я вот на ПК играл в эти разные пиратские переводы. Но когда, благодаря ретро-реквесту, начал потихонечку открывать чудесный мир переводов на PlayStation, и в частности, Кудос там особенно же развернулись, я понял, что в целом Фаргус, Седьмой Волк, там Дядюшка Ресёч и прошлые, и другие, как бы, компании, они в целом ого-го выступали. Потому что у Кудос очень специфичный перевод. Переводы. Да. Пропустил начало стрима, это чей перевод у вас? Какой-то свеженький, 19-го года, Squirrel. Группа фанатов какая-то переводила. Арабская ночь, волшебный восток. Здесь чары, месть, отвага и честь. Добрейшего вечерочка, пятничный донат на СМТ. Digital Devil Saga. Проговорил. Спасибо. Спасибо, Битуксайра. Занесено на Shin Megami Tensei. Ну что, ты там настроился? Нет. Плохо. Во! Ну тогда... Чё было? Или сделал. А, хорошо. То есть здесь сохранение через таксофоны делается, консервы, да? Консервы, да. Во! Все. Ура! У нас есть сохранение. Красава, 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 лови консервы, Амфирс, как будто тебе кричит. И кидает при этом консервы The Beast Walker. Спасибо большое. Так, да, я готова. Я не знаю к чему, но готова. Открываю ворота. Береги себя там. Там это, видимо, в центре гора. Сцена. Сейчас будет графон. Сейчас будет... Не знаю, езда по городу? Опа. Я хотел скорее подумать, типа, сейчас что, драйвер начнется внезапно? И нужно будет на подземной парковке... Да-да-да-да-да, перед тем, как выехать к монстрам, надо на... О-о-о! Графон. А,
про FPS тут вспомнили. Я, прочитав это, вспомнил, что я сегодня когда... Или там за кадр. Нет, тут вертолет упал и все горит, пока никто ничего не говорит. Ну сейчас дальше. Машинка еще и блестит вся. Блин, а она в первой части тоже была блондинка? Мне казалось, у нее были темные волосы. Или это я помню антагонистку? По-моему, она тоже была блондинкой. Но я не шарю. Ну, выглядит она, конечно, мое почтение. Так вот, договорю про FPS. Вспомнил то, что сегодня, когда загуглил игру перед эфиром, вбил Parasite Eve 2 в поисковике, и первая строчка, первая строчка была даже не Parasite Eve 2, а Parasite Eve 2 Remake. Самый популярный запрос, связанный с Parasite Eve 2, именно со второй частью, потому что первая гуглится просто так. Ну вот, так что да, люди надеются и верят. Это вторая игра, по которой супер нужен ремейк в моем топе. На первом месте Дина Крайзис. Буритос. Тему написал. Что-то в них есть общее. Нужен ремейк Хроно Триггера? Да зачем? Вот Хроно Кросс еще я мог бы понять. Да и то Хроно Кросс выглядит и сейчас вполне себе. А уж Хроно Триггер, мне кажется, 8-16-битные игры, но они меньше нуждаются в ремейках, чем игры раннего 3D. Да, да. Но зато как ты это Банановый сок. Здоров, ребятули, чат, Глеб, Ваня. Хорошего стрима и приятного вечера. Зеневер худо уже пролезла в топ-5. Гудово. Еще чуток и надо будет думать, что Эорсит дальше. Что думаете? Договорил. Спасибо, Дмитрий. На Neverhood занесено 1001. Что ты можешь порекомендовать Дмитрию, что ему форсить дальше? Не знаю, Metal Gear Solid. Я просто увидел сгоревший вертолет и прикольный переезд на него, и я вот такой типа: о май гад, вот это технологии были в 2000 году или каком там. А так я, как всегда, плохо помню, что у нас есть в списке для того, чтобы что-то оттуда рекомендовать. Вот сейчас вижу, например, Скрэпланд. И в тылу врага. Вот. И то клевое. Скрэпланд, к тому же, недавно, внезапно получила ремастер, насколько я помню, в конце прошлого года. Я только сейчас обратил внимание, что у нас конец и начало списка слипнутые. 1019 потом сразу. Угу. А я, может, потому что убрал все разделители просто и все. Типа, зачем они? Все они кричали про каких-то монстров. Ну, что форсить? Я могу, знаете, что предложить? Heroes of Might and Magic 5 с модами. Я вспоминал про это то ли на прошлом, то ли на позапрошлом эфире. Правда, у нас нету в списке их, но если что... Если что, имейте в виду. Ой, с модами, не с модами, а с DLC-шками я имел в виду. Ну, то есть, когда уже добавили возможность альтернативного развития модернизации персонажей... Ой, персонажей, господи, все перепутал, существ. Так. Ну что вы там пишете? У данной игры есть продолжение на PS Portable The Third Birthday. Насколько я понимаю, это не совсем продолжение, это просто игра в той же вселенной. Но я, опять же таки, не специалист. Ну, я подозреваю... Ну, я что-то похожее знаю.
Так что я бы сказал, что это похоже на правду. Как минимум частично. О! Тактон, тактон. Нифига себе. Опа. И она еще такая, фигакс отражается в зеркале. Вот это просто, вот это технологии, вот это будущее. Она именно про эту блондинку. Ну окей, окей. Не играл сука. Просто. Просто я помню, что, ну, постоянно говорят вот про эту разработку для PSP, что это, ну, как будто не канон какой-то. Ну, то есть, я не знаю, что конкретно там фанатам не зашло, поэтому я думал, что это просто про другие события какая-то игра. RTX, кстати, да. Номад, спасибо большое за 100 рублей на Гикса. RTX любопытный, потому что в окне... Я отражаюсь в двери, вот в этой стеклянной я отражаюсь, в полу я не отражаюсь. Ну, хоть так. На гекс добавил. Оп, да. Спасибо. Бёздэй не про Айю Брею, пишет Гонзалес. Ну, в общем, вы определитесь там. Резюмируйте ваше мнение и вынесите нам какой-то финальный вердикт, итоговый. Призн, спасибо за 222. Приветствую, Ноготыч 2, будьте любезны. Спасибо большое, Ноготыч 2. Три двоечки. Занесено. В отражении окна в полу отражаешься. Вот это, конечно, уровень проработки. Карту возьми, Атмосдей кричит. Или не кричит, а просто говорит. А что здесь карта? Вот эта карта? Блин, ну пошли, короче, спойлеры в чате. Ну нафига? Ну, я, конечно, понимаю всю вашу нелюбовь к игре The First Birthday, но чё уж так жестко-то спойлерить? Мало ли. Я вот PSP только купил месяц назад, два месяца назад. Только собирался, вот просто буквально думал, вот надо бы попробовать. А вы такие, да не надо, мы расскажем. Перед статуей. Это Болдуин, я тебе позвоню на рабочее место, отличная идея. Ясно. Так, давайте сохранимся. У меня не было перевода этой игры, приходилось переводить с горем пополам. Ну, переводить в смысле с японского или с английского? С английского еще куда не шло. Я помню, мы Zero Tolerance переводили с японского. Ой, с японского. С английского на Sega. И переводили, ну, с бумажным словариком, как полагается. Вникали в сюжетные перипетии Zero Tolerance. Помню. Загружу-ка я карту в свой GPS-навигатор. Нифига себе, в 2000 году. Ходить по зданию с GPS-навигатором. Если ничего не путаю, то в этой локации есть коробка с бесконечными патронами для ППшки. И еще сообщение. Единственная подсказка, тут вещи интерактивные не подсвечиваются и не выделяются цветом, как в резиках. Бегать и клацать под себя кнопку действия — обычная практика. Звучит как план. А вот это поди коротко, коробка и есть. Переводили все три экрана. Неиссякаемый запас патронов. А и что, сложно было найти? Нет, они просто на виду лежали. А почему же так? Почему такие читерские объекты такой прям на это валяется? Я не знаю. Возможно, он не такой уж читерский. Возможно, дело не в пулях. Возможно, дело в меткости или... Не знаю, в чем-нибудь еще. Дело не в пулях, дело в тактикулях. Ох ты ж, нихера себе! С таким звуком вы вылезаете-то. Я не впереди где-то, да? Спасибо за подписку.
А чё у тебя кончаются патроны? А, это в обойме кончаются. Это, да. Ни хрен. А чё в магазине? Он столько живой-то? И смотри, подытоживают все-таки как в JRPG по итогу. Результаты выдаются. Ну, да. Все-таки от чего-то сложно отказаться. Японским. Это не люди. Вот это новость. Монстр. Вот это шокинг ревил. Так они же давным-давно с монстрами живут. Что за дела? Ну, видимо, про монстров знают только сотрудники вот этого отряда, в котором работает Аябрея. На самом деле, вот такая, вот какая серия достойна ремейка, а не резики, ибо сюжетка, идея, пасхальные яйца и так далее, все было на уровне выше, нежели продукт от Капкома. Ну, тему ремейков мы уже сегодня поднимали, и да, ничего против в целом я не имею. Я бы даже познакомился бы, но сначала с первой. Боевка, идея и все остальное это одно, но популярность это другое. Ну, да. Весь пол усыпан фалафель. У, фалафель. Фалафель. Выглядит так, как будто просто кто-то перевернул этот самый бочонок с горчицей. А что у тебя по магии-то? У тебя, я так понимаю, энергия магии, да, вот это вот 30? Энергия магии? Меня научили только стрелять. Как колдовать, я не знаю. Ну, так, а я, может, могу его там, типа, не знаю, подобрать? Нет? Прокинутый стул. Фалафель? Да. Ну, а чё он будет лежать? Кстати, что такое фалафель? Это как кафель? Ну да, это мягкий съедобный кафель, по сути. Да, да. Его кладут на пол, а потом... Ладно, мое воображение долго описывать. Я хотел сказать, потом ногами его берут и едят. В этом сложность поедания фалафеля. Так. На СГГ фалафель, по-моему, не было слова без вера. Мне кажется. Но, может, и было. Не считаю справедливым обижаться на то, что резик ремейкнули, а Еву нет, а то звучит, что Еву не ремейкнули как раз потому, что есть ремейк резика, хотя одно другому никак не мешало, а не у разных издателей. Да нет, конечно, о чем речь. Это, как бы, ну, какие тут обиды могут быть. Ну, тут, как бы, да, ключевой вопрос в том, какой смысл обижаться. Тут, скорее, есть смысл надеяться на то, что ввиду успеха ремейка Резидентов, может быть, кто-нибудь где-нибудь скажет, типа, а давайте мы сделаем ремейк. Да ну, кто-нибудь где-нибудь, этот человек должен быть в Square Enix находиться. Но, в целом, потихонечку, скверы вроде бы сейчас тренируются на кошках, а, точнее, на Final Fantasy, но пока что только на двухмерных и совсем старых. Поэтому, ну, хотя, с другой стороны, не семерку ремейкнули, ого-го как, да? Так что, ну, это вообще какого-то другого масштаба прям проект. И такие ресурсы на паразитку, я не думаю, что они кинут. В общем, все сложно. Еще раз, магия на треугольник во время битвы. В начале игры есть только хиленький фаербол. Окей. На треугольник. На треугольник во время битвы. Ремейкнут, еще нужно ждать 20 лет резик. Ждали же. Так 20 лет в случае паразитки уже прошло. Как бы поэтому народу и не терпится. Игра-то вышла в 99-м-2000-м. Там. На разных рынках по-разному. В Японии сначала в 99-м, потом в 2000-м во всем мире.
Ну, вообще, я повторюсь, вот первая часть меня пока больше интригует, честно говоря. И посмотрим, посмотрим, как она будет развиваться. Тардис Майя, спасибо большое за 400 рублей. Всем отличного стрима, донат на ваше усмотрение. Metal Gear Solid от Фена 200 получает. Спасибо. И Incredible Machine Gun 200 тоже. Это мой фаворит. Спасибо, да, добавлено. Не представляю, как должен выглядеть ремейк Паразита, если просто поднять графику, игра будет устаревший геймплей, но менять геймплей получится резик, игра уникальна, как она есть, и сейчас можно получить удовольствие. Не, ну здесь именно про ремейк речь, насколько я понимаю, не про ремастер, то есть одной графикой тут, естественно, ты не обойдешься. Здесь нужно переделывать. Ну, как раз и суть-то, ну, мне как представляется, почему люди могут хотеть получить ремейк «Паразитки», второй, первый, неважно, поиграть и впитать, опять же таки, знакомый сюжет, но с новыми ощущениями и в комфортных для глаза условиях. Что-то такое. Ничего нету. Ну ладно. Ну да, это. Ну, в общем. Ремейк этой игры не то, что прям какая-то насущная необходимость, само собой, потому что вы прекрасно видите, она действительно и в таком виде в целом не ломает глаза, ну, на мой взгляд. Ну, да и, наверное, да, не, ну, слушай, на взгляд ценителей там и всего такого, она, конечно, типа, о, боже, господи! Где мой RTX? Где мое 4К? Не, ну это да. Вспомнился Front Mission Evolved, двоякое чувство было. Если так и Паразитив сделают, я не знаю, что потом скажут разрабам. Ну так надо хорошо делать. Это что, фалафель полезет? Не знаю. Девочка, что-то явно не так. Это уже босс? Ты на себя быстро, ты до босса дошел. Блин, а я теперь не увидит тебя. Без очков. Нифига. Типичная сцена до свадьбы, после свадьбы, лейтенант написал. Да, ты 360 ноускоп решил сделать? Я не знаю, я пытаюсь как-то отойти от нее. Или от него. От этого. От этого. Это. От этого. Этого. Не поймаешь, не поймаешь. Кто-то меня солдат в разборе полетов, я не знаю. Вроде как уже это определено, но я не знаю.
Вот представляете, даже я не иду и не донимаю этими вопросами никого. Хотя тоже любопытно. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. В ролике у нее не было никаких механических штук. Вот у нее что-то в области сердца какая-то. Типа металлическая, как будто. Шланг, помпа, как-то обозвать, не знаю. Все. Вот, он начал докапываться. Да, да, душить вообще. Про магию тебе напоминают на треугольник. Я люблю стрелять, я не люблю фэнтези и магию. Хочу стрелять пульками. У меня вроде как их бесконечное количество. Почему бы и не пострелять? Или нельзя? Или плохо. Блин, даже надписи пицца переведены. Нифига себе. Вот это уровень. Так, закрыто. Погружение в российскую глубинку. А мне сейчас чё, куда, чё, обратно к дяденьке к тому, что ли, возвращаться или чё? А ты утонул труп женщины, превратившейся в это чудовище? Что? Или здесь не лутаются трупы? А, нет, не лутанул. Никогда не видел таких монстров. За ухом какой-то металлический имплант. О, металлический имплант. Она тоже этому удивилась. Металлический имплант. Имплантирует талант. Если пули бесконечные, то что это, если не магия? Да, нормально они в целом, как бы. Вау, какой мужчина тут подскочил. Нормально они тут магию ввели, и магией можно все что угодно объяснить удобно. Да, да, просто типа. Митохондрии, магия. Блин, чувак с револьвером. Почему я играю ним? Хочу с револьвером бегать. Дадут возможность его получить. Опа. Фига себе. Игра? Вот чё с тобой? С тобой все в порядке? Нормально. 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 Где звуки и голосов? Эта игра выходила без озвучки. Такая вот. Акадия. Фига. Как говорю, в любовь. Ай, больно. Как насчет того, чтобы на него навестись, пожалуйста, спасибо. А я вчера пересмотрел всю историю компании Rockstar. Какой у тебя фен-талант. Огромное тебе спасибо. Жаль, чертов YouTube куски повсюду вырезает, прям обидно. Лутгар, приси из шестерочки. Спасибо. Да, я поддерживаю. Самое, блин, обидное. Я уже даже знаю, что YouTube все к чертям режет. В последней и этой самой, в последнем ролике, ну, который иска по Fallout'у, тьфу, опять, твою налево, по Flatout'у. Такой, думаю, так, что там в правилах сказано про Fair Use, что-то типа, если меньше 10 секунд, можно. Я такой, окей, беру кусок в 15 секунд геймплея, 7 секунд туда песни вставляю.
через месяц или сколько там я захожу в... Короче, периодически я в старые видосы захожу посмотреть, что пишут в комментариях. И там как бы топовый коммент: сравните игру, как она звучит, со звуком и без. Я такой типа, чё? Нахожу этот таймслот, там реально типа, там где есть игра, там есть звук, там где должна быть игра с музыкой. Вообще нихера нету. Как? Что? Я просто вообще негодую и недоволен таким поведением Ютуба. Какого черта? Главное, чтобы это никак не повлияло на твое желание сделать следующую иску. Не, дальше как бы да. Так, чё, закрыто с другой стороны? Алло. А как? Заперли тебя. Давайте тогда сохранимся. Ну да, в любой непонятной ситуации сохраняйся. Это в этой игре в первой части играли за девушку в платье в каком-то отеле? Да. Ну, не помню про отель, но как минимум там была опера. Да, там была опера в первой миссии. Сохранить игровой прогресс. Трупаки бы обыскать. Нет, я вроде обыскал. Ну, по крайней мере, те, которые тут валяются, я более-менее подошел к ним. Чуть пощупал, но у них у всех была надпись, типа, никто не выжил. Ладно, придется покинуть стрим. Треня по ЧГК. Удачи в стриме, надеюсь, пройдете башню. Тебе тоже удачи. Насчет башни, конечно, вряд ли. Не знаю, через сколько она будет, посмотрим. Но обычно, когда люди пишут, надеюсь, интересно, дойдете ли... Мы не доходим. Она короткая? Ну, короткая-то короткая, но подлиннее, чем наш эфир. Наверное. Это, конечно, розовое свечение придает немножечко. Ой, там и желтое было. Может быть, это символизирует степень попадания, ну, степень дамага. Ну, я подозреваю, да, там что-то какие-то есть. Вот эти штуки. Так. Башня короткая. Не, ну башня пускай короткая, но до нее дойти надо. Я не знаю, через сколько она будет, правда. А, ну, короче, посмотрим. Вот эти двери. Ну, конечно. Конечно. Фонтан Посейдона. Вообще, впервые паразит появился в ретрозоре номер 7, так что серия достойна краткой иски в час или два. Да я посмотрел, конечно, посмотрел бы. Но надо вот как-то, я не знаю, найти какого-нибудь человечка, который любит истории серии делать. Может, попросить у него. Так что займитесь, чат. Даур, точно. Ну, в общем, вы сами там решите, кого загрузить своей задачей. И потом это, поставьте в известность. Там вариантов накидали, помимо Даура. Консервы вокруг. Синий ключ. Так, а чё я его... А, нет, взял, да? А я чё-нибудь взял? Полечиться там... Пицелин, восстанавливающая здоровье, капсула с обезболивающим. Не знаю, насколько было нужно, но полечился. Да-да, нормально, ни в чем себе не отказываю. Половина можем ХП себе это позволить. Не...
Мне сначала показалось, что там написано не ключи на этой... на дощечке, а клоуны. Опа, пошла голосовалка. Кому верить из паразитки Евы? Понесла! Голосование! Где прощупал обратно совместимость PSP с PS1? Нет. Пока я вообще ничем не занимался. Мне вот должны... В ближайшем будущем, вроде я договорился уже, прислать там 4 дисочка. Вот когда я их буду, наверное, испытывать, что-то поподробнее познакомлюсь, посмотрю, что к чему. А что за обратная совместимость? Сейчас-то она наверняка же не работает уже, как я ее проверю. Нет, почему он не работает? Ну, это в онлайне происходит, ну, я не могу засунуть. Тебе в онлайне диск... надо купить эту штуку, по идее. Ну, во-первых, там же есть картриджи, которые, по-моему, можно делать. Что-то там какая-то история. Ну, типа, как с SD-карточками, короче, и переходниками. Когда ты, типа, на SD-карточку записываешь, потом ее куда-то засовываешь. И, в общем, оно считывается как вот карта памяти. И то есть это официально Sony позволяло делать? То есть ты закидываешь нет, образ игры? Нет, там есть эти карты какие-то, по-моему, с PS1 этими самыми. Ну, возможно, вообще ромами. Я все вру, и поэтому как бы да. Ну, короче, не шарю я, да, не знаю. Стимулятор. Что он стимулирует, интересно? Здесь больше ничего интересного. Я помидоры вижу, я огурцы вижу, я барасола дерябнул. С большим удовольствием на месте Аи. Нет, Red Foxy, при чем ты прошиваешь PSP? А про официальную поддержку речь. Я прошивать пока вообще не собираюсь. При чем тут прошивка? На PSP официально как-то там был доступ к первоплоечным играм, и в рамках-то интернет-соединения я это понимаю, как можно было достичь, а вот без него, потому что PSP-то уже не поддерживается, не знаю, ну, в общем, надо смотреть. Иш Крамер, да, я гляжу, ты обидчивый такой. Я игнорирую тебя, потому что вопрос этот задолбал уже. Вот и все. Ну, вопрос, на который уже обсосали, я не знаю, со всех сторон на протяжении многих и многих дней. Ну нахрена его опять-то поднимать? Вот поэтому я тебя игнорирую. Доступно объяснил? У меня просто PSP вообще без инета и без магаза. Ну, это вы пиратствуете потихонечку. Не, я не отрицаю, может, я когда-нибудь и прошью, но пока не собираюсь. Покупаешь игру от PS1 в магазине, не играешь. А, ну это ты про Vita пишешь. Не, ну Vita тоже, понятно. Vita пока еще поддерживается, насколько я помню. Что-то там по остаточному признаку. Да, все-таки. Там, по-моему, магазин еще не отключили. Где можно прочитать про тем, которым надоело, ты пропустил все, видимо. Почитать можно в блогах. Все в блогах есть пара тем. Было, наверное, широкое и всеобъемлющее обсуждение с участием всех желающих в нашем Дискорде, в комментариях в группе ВК или в еще разных местах. Просто очень много источников, на самом деле. Вообще прошивку устройств, которые официально больше не поддерживаются, можно ли назвать пиратством? Да какая разница? Можно назвать, можно не называть. Я же
насчет пиратов просто ради красного словца. Не осуждаю в целом, но сам... Ну, я имею в виду именно конкретно с PSP не осуждаю, потому что действительно приставка уже не поддерживается. А, ну, сам пока не планировал. У меня из вот этих всяких прошивочных дел, из всех моих консолей, я флеш-картридж использую на Nintendo DS. И то без всякой прошивки, без всего, просто флеш-карик. И еще прошитый, не прошитый, этот чипованный GameCube у меня. Вот, пожалуй, все. Представляете, если Гусалки выиграет Васю, то придут к нему на стрим и скажут, за тебя чатик все решил, делай из паразит Евы. Ну да. И он такой, а, ну пойду делать. Вот это да. Классно, классно, действительно. Как мы решили-то вопрос? И тут я офигел, я этого секрета не знал. Фига себе, Фен, ты там удивляешь. Да я просто как в тупнике, типа, чё от меня игра хочет? Я вот эту дверь находил, её с той стороны, да, не открыть. Та дверь ведёт в кафе, ну в смысле в... Не подворотню, господи, как это назвать-то? Обыщи мусорку возле фонтана. Такой есть совет. Мусорка это где-то у нас? Мусорка. Вот здесь что-то есть. Бутылка. Ну садиться я на нее не буду. Ну. Сейчас голосование запустим. Мэйси 3 пишет, карточку нашел, эскалатор разблокировал. Нет. Какую карточку? Какой эскалатор? Может быть, это кек какой-то, я не знаю. Просто, может быть, это... Чай зеленый. Странный рисунок. Для вас мой чай важнее самого меня. Вот это я понимаю драма там у человека. Да. Ну, звучит действительно трагично. Как он найдет, если не обыскивает ничего? Да он секретку он нашел какую-то мега секретную. Не, ну если что-то действительно важное пропускает Фен, вы пишите конкретно, что я передам без проблем. Решаешь эту загадку, тебе дают то ли ключ, то ли карту, не помню уже, и эскалатор разблокируется. А, ну вот, все. Все, встал на свои места. Ну, я думаю, загадки с музыкой Фен быстро раскидает. Да, конечно. Неспроста же он умеет играть на гитаре. А тут какие-то ключи нужны. А, тут нужны... Угу. Цветные ключи, судя по всему, будут нужны. Во! Это загадка с музыкой, даже подписано, куда нужно мост. Очень удобно. Ну, в общем, если ты, тебе нужна будет помощь, ты говори, я пока не буду читать подсказки.
Куда делся раненый охранник от автомата с колой? А может быть, это впоследствии как-то сыграет? Ну, там, судя по всему, он закрытый изнутри был. В автомате закрылся? Я подозреваю, что так как нам задали тезис, что нынче монстры умеют мимикрировать под людей, возможно, он был мимикристом. Настолько хорошо они мимикрируют? Ну, кто их знает. Фонарик. В нем нет батареек. Фонарик без батареек. Вот это фантастическое уточнение. Так, ну тут просто я бы... в эту игру еще на первой плойке играл, урывками помню, что и куда надо. Да здесь, я так понимаю, много таких, кто в эту игру на первой плойке играл. Но хватает и тех, кто перепроходил ее, я думаю. Вообще игра достаточно популярна в народе. «Привет, мои хорошие», — пишет Алена. «Как у всех дела? Жаль, не успела к началу эфира, но ничего. Глеб, почему решил не проходить Еву сегодня? Боишься?» Да не то чтобы боюсь, не знаю, решил вот понаслаждаться эфиром со стороны. Ну вообще в первую Еву играл Фен. И почему бы ему не поиграть во вторую для того, чтобы провести сравнительный анализ, не знаю. Это, конечно, не обязательно, но чё бы и нет. Пусть Фен еще потыкает камеры. Да, там что-то с камерами надо забабахать. Там, по-моему, приближение есть. Сука! Павлик, наверное. 100 рублей. Алох, прошу прощения за авто. Посмотрел запись предыдущего ретро-стрима по Chip, Dog & Wolf и решил ответить на заданные тогда вопросы. Играл в возрасте 11 лет. Да ты ж тогда ответил уже. Но ладно, давай. Играл в возрасте 11 лет примерно, с сестрой 12 и другом 14. Игра не давалась просто, а иногда мы и вовсе надолго застревали, не понимая, что нужно делать. Так, продолжаем. Но бросить ее даже мысли не возникало, потому что, первое, мне и сейчас очень нравится то, как она выглядит, а тогда вообще казалось, что мы в мультике настоящем играем. Второе, задачки в ней решаются логикой, а не попытками угадать замысел безумного разработчика. Третье. С каждым новым уровнем, каждый из которых сильно отличался от предыдущих, появлялись новые механики, которые делали игру еще интересней и веселей, и подстегивали проходить дальше. Музыка нас не раздражала, ведь мы могли играть и под свою. Помню, играли под диск Cranberries. А еще, что очень важно, часто мы втроем играли поочередно, до смерти или проигрыша, что добавляло мотивации еще и еще раз попробовать справиться в свою очередь. Так игра не надоедала из-за многократных повторений, а лажали мы часто. В хорошей компании почти все становится лучше. Хотел еще выразить уважение тебе, Глеб. Угадать, что нужно будет деревья использовать в качестве рогатки, с одного взгляда на схему уровня еще до открытия этой механики, неплохо. Я был удивлен. А потом и бонус уровень прошел. Респект. Хорошего стрима вам и отличного настроения. Все на не верь в худо. Спасибо большое, Павлик, спасибо. Наверное. Спасибо. Очень приятно было прочитать. Так, 500 рублей получается в сумме, и все это на не верь в худо. 500 добавлено. Да, блин. Так. А что, надо было посмотреть на этого самого, или что еще увидеть-то надо? Так, сейчас ждем комментарии от чата. Увидел спецназовца, как-то бесполезно его откомментировал, и как будто бы все. Яркость один раз выставить и потыкать все камеры.
ключ надо воткнуть в щел А. Синий. В щито вставь ключ синий. Но ниже. Потому что такое отличается от правой. И это все, что мне сказали. Но это синий ключ. Вроде все прочитал. Алена пишет: сори, зайчик. Оу. Мне было крайне неловко это прочитать. Я честно вам признаюсь. Я забыла, что Фен в предыдущий раз был тоже. Привыкла, что ты проходишь хорроры. Не забуду, как ты застрелил эпично Марию в Silent Hill 2, смеялась до надрыва. Ну, с Марией, да, был забавный момент, помнится. Был еще пропущен момент, как чел с Магнумом проходил. Не, он подожди, это же прошел, вроде... я его видел. Да, да, это было вроде. Я не помню, что-нибудь я по этому поводу сказал или нет. Чувака я видел. Он определенно прошел. Определенно с Магнумом. Раз уж это ретро-стрим, посоветуйте, чем давление сбить, а то глаза сейчас выпадут нурофен, ок, или лучше анальгетиком. Я не знаю, Расти, я не знаю, честно. Но обращаю внимание чата на эту проблему, я думаю, найдется кому подсказать. Найдется человек. Я в медикаментах вообще не шарю. Протетка 2 это топ, еще куделку попробуйте. А куделка у нас есть, кстати, в списке. Куделка. У нее 5К аж. Теперь идти через фонтан, где Фен тыкался, пусть еще раз тыкнутся. Ну, в смысле, вот сюда, куда я пришел? Или там в фонтане надо искупаться, условно говоря, сказав, что я десантура? А чё, Махава-то вообще скоро? А башня в Махава или не в Махава? Не очень хочется в Махава. Сейчас очень разу не в башне. А, это и... Нет, там... Не, ну я не знаю, я просто уточняю, потому что сейчас мы в какой-то как будто башне. Торговый автомат. Не купить никакой в нем. Ты как вообще, с энтузиазмом ждешь Махава? Это все же таки фоллаутовская тема. Ну, там вряд ли будет фоллаут, поэтому я спокойно жду Махавы. Я как человек, живущий на севере, люблю, знаете, снежные пустыни. Но вот если бы тут была Антарктида, ее бы я прям ждал. Да. Фонтан попозже тыкнется, сейчас труп пусть обыщет. Да уж, давайте я не совсем пошагово это самое. Не, я понимаю, чат, что Махава это вторая лока. Я имею в виду чисто по времени. Ну, то есть мы до нее дойдем вообще сегодня? Любопытно. Спасибо за подписку. Ой. А мне вон те ребята не нравятся. Можно я к ним не пойду, да? Я вот такой, типа, я кручусь, я вращаюсь, я сверло или что-нибудь еще. Что еще умеет крутиться? Волчок. Волчок. Крутится волчок. Не помню. Спасибо, никакие больше дроплет, слова. За подписку. Люблю волчок, чего ты там? А, и даже сюда не побежали. Да, спасибо. Ну, давайте посмотрим.
Должны это локация часа на два, в худшем случае, вроде бы. Ни хрена у них руки длинные. Вы, ребята, чё? У них длинные руки. Давайте не надо. Ну ладно, вроде бы нормально отдел работался. Камера, пожалуйста. Красивая какая фото на память. В ЧБ. Атакуй пирокинезом, после него увеличенный урон от пуль. Но Фен не пользуется магией, он стреляет в лица. Не, ну я решил попробовать. Ну ладно. Не то чтобы я почувствовал какие-то большие изменения, но окей. Не, ну он был большой и достаточно быстро лег. Нормально, мне кажется. Дизайн монстряков мне почему-то напоминает Горького 17-18. Там, конечно, еще хлещи измывались над вот, ну, вот в этом плане, как это сказать, как это охарактеризовать, когда органика с механикой встречается, ну, в общем, вот это вот все. Я думал, Максима Горького. Но я специально добавил 17-18, чтобы не было. Не до понимания. Консервы, консервы вокруг. Опа. Тихомантис? Да фиг поймет. Ну нет, Ген Ленин, спасибо за подарочную. Это скорее психомартышка. Учитывая, как он прыгал. Ян Ленин не выдержал и запустил паровоз. Я каждый раз ее имя читаю как Ая. В смысле, А пробел Я. Все летало. Да, да. Ну, да, это типа первая и последняя буква алфавита, очень красиво. Ая-я. Консервы, консервы, консервы вокруг. Консервы вокруг. Я спросил у Фена, заменит ли он Флина в следующей серии. Опять же, не знаю, про что вопрос, но передаю. В следующей серии чего-нибудь консервы, наверняка консервы не заменю. Вокруг. Оу. Вот такой вот ответ. Тардис Майя, 10 подарочных. Понеслась. Хайповоз набирает обороты. Консервы, спасибо большое за Дисмая. За консервный дождь. Аллилуйя. Это консервный дождь. Консервов. Да, да. Консервы, консервы вокруг. А, что мне первая часть гораздо... Про Веса и Флинн, это у меня сценария следующего эпизода нет. Стоп, твою мать. А почему Флин? А Флин куда? Че, он уезжает, что ли? Ну я не знаю, там последний эпизод как-то закончился многообещающе, как будто бы Флин ушел и хлопнул дверью. А Уэс такой. О, Уэс эффект! Консервы вокруг. А-а-а, я не смотрел, сорян. Понял. Так, что-то я хотел прочитать-то сейчас из чата. Cool Cat Chows пишет, что-то мне первая часть гораздо больше нравится, как ни крути, боевка, атмосфера, заставки, музыка, хотя, может, это потому, что я только первую часть и проходил. Мне, ну, то есть, мне в целом и первая, и вторая, ну, нравится, вот, как бы, ну, нейтральное достаточно слово. Нравится. Но первая меня больше интригует. Я не играл ни в первую, ни в вторую, потому что вторая все-таки действительно больше тяготеет к обычному Resident-like, а вот первая интригует больше за счет несколько более оригинального дизайна,
как геймплейного, так и вообще. Ну, продолжают сыпаться консервы, там Сэпиенс подписался, да, то есть Сэпиенс, подарочный Кузьма Мат, подарил 10 подписок. Вечер в хату, часик в радость, чефир в сладость. Мужик, ну хоть вы не собираетесь уходить. Для меня Ванька, Глеб и Вася, все что осталось от старого СГ, жалко много других уже нет на сайте. А старое не значит плохо. Смотрю вас с первой серии «Разум времена» на Unreal Gold, все. На игру моего детства. Мы никуда уходить не собираемся. Да, мы пока не собираемся. В конце концов, у нас еще 219 игр в списке. Это еще лет на 6-7, надо посчитать. У кого есть соответствующее образование, займитесь на досуге. Ну, с учетом того, что мы от 6 избавляемся, 3 добавляем. И так вот, таким образом. Ну, смотрите, короче, я зашел, у нас первый раз, спасибо большое, кстати, за донат на Unreal Gold. Сейчас, подождите, сейчас я вернусь, короче, к этой теме. Unreal Gold получает 888, и до этого еще донат был от Hella Ren, 300 рублей, пропустил прошлый эфир, запись глянул, было интересно, хоть и не люблю Looney Tunes на Судеке. Спасибо большое. Судыки 300. Добавлю мне то и другое. Я ради интереса прям сегодня вот заглянул, посмотрел. У нас счетчик, вот конкретно этот счетчик, которым мы сейчас пользуемся, и соответствующие правила, впервые было отображено на эфире во время игры The Sting. И это было запись 4 марта, то есть это начало марта. И там было 242 игры. Сейчас, как видите, 219. То есть меньше, чем за год мы избавились нахрен от 23 игр. Просто на изи. И таким образом, это меньше, чем за год. Ну, можно взять... За год, может быть. Ну, там, типа, учитывая, что плюс-минус все-таки, там, не совсем это такая наглядная картина. Ну, 25 можно взять. Ну, вот, как бы, и считайте. Консервы, консервы вокруг. Так это можно просто закрыть добавление новых? Да нет, еще призм. Да, это какие-то кардинальные решения. Ты бы еще сказал, можно просто подряд все отстримить. Каждую по 4 часа. А сколько, кстати, это получится? Хорошая идея, да? 4 часа на 219. Это 876 часов разделить на 24. Это чуть больше месяца беспрерывных стримов. Сука! Всего лишь-то! Да. Microsoft, 100 рублей. Собирались купить Stop Game, но не хватило бабла. Пришлось Activision приобрести. Понятно, понятно, Microsoft. Понятно. То есть, подождите, я сейчас подумал. Может быть, это Microsoft всю вот эту вот нашу историю спровоцировала каким-то образом, чтобы наши акции упали? Но потом они посчитали, все равно не хватало. Да, ну и пойдем купим Activision. Да. Ребята, консервы не будем мы отключать, потому что все-таки это поддержка, это внимание с вашей стороны. И спасибо большое. Хич подарочный еще подарил, мини-дроплет подарила. Криф подписался. В общем, всем спасибо большое. Консервы, консервы вокруг. Ильма такой, стоп, а у нас есть акция? Ох, пам-пам-пам. Где купить акции СГ? В личку ко мне пишите. Либо. Ну ладно, нет, пока либо. Пока не буду. Это шутка была. Не надо писать мне в личку насчет акций. Ребята,
Я, ты да. посмотрел на телефон, у тебя там уже 5 сообщений пришло. Не, не надо. Не, я просто... Я порой забываю, что мои слова иногда воспринимаются слишком серьезно. Надо, да, почаще это вспомнить. Хайповоз уехал, кстати. Кто там боялся? Что это будет продолжаться вечно. Там какие-то безудержные проценты были на 5-м левеле. Ну там что-то... Консервы до сих пор продолжают прибывать. Что за жестокость? Застреливать рыбу, которая из воды только что вылезла. Консервы, консервы вокруг. У Фен челлендж пройти игру с базовой экипировкой. Я не знаю, Фен. Ну, во-первых, меня пока что еще не то чтобы что-то здесь челленджнуло. Я ни разу не умирал и даже близко как будто бы... Ну ладно, близок был. А у меня что-то было из необычной экипировки. Зайдя в темное страшное помещение, первое, что надо сделать, залезть в инвентарь, задуматься, что у меня есть из... Не, я просто, я думаю, что ты, наверное, пропускаешь много всего, ну, я предполагаю. Ну, короче, не знаю. Чат, конкретно, да, пишите, что, если там какой-нибудь дрободан был пропущен, или нужно наверстать, или... Ну, если только недалеко там возвращаться, вы говорите. А то пишут, что... У меня патронов нету, например. Пишут, что на босса с пистолетом такое себе идти. Но не знаю, может, Фен исправится. Или МП5 тоже действует через этот самый. А, тоже 9-миллиметровый. Ну, давайте. А как? А почему? Че? Да, игра запущена на эмуляторе. Temple Gin. 3/6. Temple Gin. А это, кстати, не от давления? Без понятия. Здрасте, может быть, как раз Temple Gin искал? А, еще бронежилет я находил. А он мне не поможет? В смысле, не помешает бегать? А то... А что, если Глеб, так сказать, контрольный пакет СГ? А кто же меня тогда держит? То есть у контрольного пакета же должен быть держатель? Надо вернуться к щитку, использовать красный ключ из фонтана, забрать... надо вернуться к щитку, использовать красный ключ из фонтана, забрать гранатомет. 7-6 вроде патронов не хватит. Temple Gin — это обезболивающее. С собой баллончик бери. Нифига себе, и Бисволкер там пофлексил своими смайликами. Офигеть. Хайповозными я имею в виду. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, 25 хайповозных смайла. О, The Бисволкер. Есть у кого больше? Скажи Ване, что он немного сполз, антресоль видна. Так антресоль должна видна быть. Ну, видна и видна. Чё такого-то? Ну, в смысле, я могу опять камеру пониже как-нибудь. Ну, я, по-моему, сейчас... МП5 есть второй... Типа, вообще в центре идеально практически расположен. Да все шикарно. Я, возможно, еще потом, конечно, еще с ней спущусь. Это дежурное сообщение, это риски-хиски. Я просто уважительно, уважительно к ней отношусь, поэтому засчитываю. Хотя, наверное, пора прекращать. Б-5
BFG Jonas, 100 рублей. Еще на Unreal Gold не вижу в списке и не понял, закинули на нее уже прошлый для подтверждения, так сказать. Закинул, все в порядке. 888 на Unreal Gold было закинуто. Еще соточку вот прямо сейчас добавил. Я в последнее время для верности прям проговариваю голосом, когда добавляю. Спасибо. Так, у Лог Гол еще неплохая коллекция пипаузных. 15, 16, 19, 20. Ну да, 29. Хорош. Предметы инвентаря, чтобы исчезали знаки вопроса. И, кстати, про MP5, по-моему, я не договорил. У MP5 есть второй режим огня, это фонарик помогает убивать бабочек. А как переключать режим огня? А вот этот детектив. Правильный вопрос. В бою нажать R2. А как изучать предметы? Обыскивай трупы по несколько раз. Но это не про изучение предметов, это просто очередная рекомендация, скажем так. На треугольник писали изучать предметы. Полностью восполняет здр. Флакон. И чё тут таблеток всяких? Заткни свой рот, моим. А ведь могли бы перевести как фанфор. Думал, на что занести. На Fighting Force, короче. Договорил, да, если что. А, Инди Топер занесено, 500 занесено на Fighting Force, спасибо. Лаундер, не заприметил твое сообщение, прошу прощения. А, я не туда пошел. Прошу прощения. Боевая сила. Нифига себе, у меня задержка какая на стриме. Полминуты. Такое ощущение. Сейчас подойдите тогда. Сейчас я обновлю страничку. Пока не вижу вас, если что. Раз. В бою можно использовать предметы только из карманов в инвентаре. Потрошки не забудь. Хочу ремастеринг этой игры посмотреть на монстра с огнем с пустыни. А то придется дубиночкой пользоваться. Так, у меня патроны внизу. А как я подбирал патроны бесконечные, если они у меня внезапно начали кончаться? Ага, подстава. Не такие уж они и бесконечные оказались. Работает? И что мне делать сейчас, когда у меня кончились? Магии мочи их. Магии. Сука! Они бесконечные в пополнялке. То есть там их просто 500, по 500 можно забирать в этой нычке. Понял? А-а-а.
Вагрантю Алекс на Вагрант Сторис 100 рублей. Интересно, с какого раза Ваня пройдет суперсолдата в конце башни? Делаем ставки, я думаю, с 5-го. Ну, принимается. Не знаю. Мое ответное предположение. Не знаю. Так, новограмм сторис закинул. В этой игре будет локация лес, спрашивает Бензира. Да здесь деревьев ну, ты так вот хватает. Вот сейчас в целом, да, вокруг много деревьев. Фига себе. Фигачишь ты, конечно, огнем. Мощный, мощный. О, патронов, кстати. Так, ну это тогда, значит, надо к этой штуке наверх тоже возвращаться еще за патронами. Alright. Это список игр, да, 19 из 216. Это список игр, на которые заносили донаты в свое время. То есть мы добавляем туда вот заказы, реквесты со стороны зрителей, со стороны донатеров. 219 из 216, значит, что у нас перебор. То есть мы сейчас до 216 не принимаем новые игры. Когда будет 216, то мы добавим 3 новеньких игры. И потом снова... будем сокращать список. И так постепенно мы таким образом сокращаем список. Об этом, если что, изложено в теме в блогах на StopGame.ru. Там все правила расписаны. Патроны на скамейке были. Я помню. Люблю, я люблю Нью-Йорк. Он уже выучил исцеляющую энергию. Ты выучил исцеляющую энергию? Нет. Ну вот. Но мне не нравится, что монстры постоянно везде спавнятся. Они... Да. Это как-то не успокаивает. Чё и за то, что за выход из боя мне дают минусов. Это прям такое типа... Да вы бы сами в этом бою поучаствовали. Фига, там крысы даже начинают подгрызать пяточки. Да. Вроде карту можно на пробел глянуть. Пробел? На PlayStation? Ну я на пробел-то нажму как бы. А толку? Синий ключ или красный ключ? Что бы вы выбрали? Так а там уже вроде все правильно воткнуто. Уже ничего выбирать и не надо. Привет, что сегодня из еды успели обсудить, господа. Фалафель немножечко, но мы в целом про его вкусовые качества не разговаривали, просто, так сказать... По обочине. Мы, по-моему, нормально даже не проговорили, что это такое-то. Ну, это шняшка в кляре. Нет? Я не помню. Ну, типа, в масле тоже его обжаривают. А там внутри что угодно может быть, насколько я понимаю. То есть, ну, там разные... То есть, KFC известен фалафелем. Нет, это не мясо в кляре, это растительная пища, по-моему. Баклажан в сейчас... кляре — это фалафель. Ну, сейчас я тебе расскажу. Да. Блюдо, представляющее собой жареные во фритюре шарики из измельченных бобовых, обычно нута, но не только, приправленные пряностями. То есть берешь нут, лепишь шарик херакс в фритюр. Вот тебе фалафель. Понял. Ништяк. Звучит как отличный план. Так.
Я никогда, по-моему, не ел фалафель, но сейчас вот что-то захотелось. Несмотря на то, что звучит как-то по-вегански. Но чё бы и нет. Фалафель — это либо нутовые котлеты, либо что-то наподобие шавермы, только с этими самыми котлетами-шариками. Ну это фалафель и фалафель в лаваше. У нас бы так это... я думаю, применялись бы эти названия. Еще шаверна... Да. Вот так я думаю. Неплохо ты разнес. Че я ни разу не попал? Чем мне нравятся веганские блюда, иногда даже оно бывает вкусным, например, соус карри с рисом и жареным тофу. Не хотел оскорбить веганов ни в коем случае. Просто я тот еще мясоед, поэтому у меня свои предпочтения. А так, ничего против веганов не имею. Кто как хочет, так и ест. За вкусным фалафелем го в Нижний. У нас самый вкусный готовит. Я не вегетарианец, но это очень вкусная тема. В Нижний? Алена, я думал, ты в Лондоне живешь. Че, это Нижний Лондон? Го в Нижний. Ну да, странное словосочетание получается. Прошел эту игру трижды, все зачистив, и все равно не хватало, чтобы прокачать все умения. Оставалось одно непрокачанным до третьего уровня. Не, ну ладно, прокачка. Ты скажи, Дон Стрэнджер, ты вот, как умелый и уже... изучивший игру, игрок, извиняюсь за тавтологию, тебе все равно приходилось местами возвращаться, там, подбирать патрончики дополнительно. В общем, бэктрекинг был у тебя или нет? Патруньки. Ну, хотя бы не подштанники. Патрошки, да, спасибо. Патронессы. Семья в Нижнем, а я в Лондоне, ездила к родителям на Новый год, вернулся пару недель назад, скучаю по семье. Да, соболезную, Алена. Представляешь, ты вот сейчас в Лондоне сидишь, а они в Нижнем Новгороде могут спокойно взять, купить фалафели и есть их без тебя. Даунтаун, может, имелся в виду. Блин, а кстати, действительно. Ну, вряд ли даунтаун кто-то называет Нижним. Ну, даунтаун — это вообще, в принципе, американское понятие, если я ничего не путаю. Ну да. Почему папик разрешил стримить? Какой папик? В
Окей, видимо, которого зовут Дмитрий. Нифига себе вот этот заход. Это дофига смешные шуточки. Запретов вроде не было. Если... Ну, все почему-то думают, что есть много запретов. Окей, это мы возвращаемся к старой теме. Да, это мы возвращаемся к старой телеге. Ну да, реально, эта тема уже поднадоела. Ребята, я вот тоже там кто-то спамил одним и тем же вопросом про эту ситуацию. Я эмоционально достаточно ответил. Надеюсь, человек не обиделся. Если что, прошу прощения. Но реально, просто уже поднадоело это все обсасывать. Надеюсь на понимание. Вор говна прислал 100 рублей. Привет, я тут... Привет! Я тут впервые. Не ожидал увидеть мою любимейшую игру тут на стриме. Вижу у тебя HD-пак текстур с русским. Мое уважение. Хоть сюжет поймешь, не то что я когда-то. Не забудь подобрать ключ-карту у двери рядом со статуей с бомбой. Босс тут простой, стреляй по проводам и трубам, когда он стоит вплотную. Спасибо большое, вор говна. Спасибо! Это один из самых... любопытных ников, которые я видел за последнее время. Какого черта, что? Или вот это вот и называется бабочки? И вот это вот называется бабочки. Ну окей. Глеб, вся игра это бэктрекинг. Угу. Ну вот это жесткая сейчас характеристика прозвучала. Я отмотал. Не, ну слушай, учитывая, что... вся... тот кусок, который даже я сейчас прохожу, состоит из того, что ты доходишь до одного конца, потом ты доходишь до другого конца, в котором тебе говорят, тебе надо в другой конец, ты опять возвращаешься в тот конец, потом тебе говорят, тебе опять в тот конец. Я предчувствую, что бэктрекинг... тут цветет. Ты уже говорил, что первую особо не помнишь, а в первой части тебя не так смущало это? Или... Ну, в первой части, вот насколько я помню начало, оно было намного каким-то более интригующим, потому что там вот эта вот опера, ты как-то бегал куда-то в какие-то канализации, по-моему. Ну там, да, и локации сменяли как-то почаще друг друга, действительно, вроде бы. А тут ты как приходишь, музыка клёвая, вот чем, от чего я точно кайфую. Но как бы беготня, в которой пока что мне ничего не объясняют, ничего, ни зачем, никуда, никак, она немножко, конечно, не такая радостная. Вахан Таторик Итасад закинул 120 рублей с др на Army to Dangerous. Уже добавлено, спасибо большое. Спасибо, спасибо. Бабочка-мутант в чате пишет: я объявляю бунт, хватит истреблять бабочек. Но это выживание. Да. Это вопрос выживания. Так, зачем я пришел в церковь? А как зачем? Потому что нужно быть ближе к Богу. Окей, в этой ситуации он мне, конечно, очень поможет. Но шел я, по-моему, в другую какую-то сторону. А, я к боссу шел, босс здесь в проломе. Точно. Точно. Заходит как-то фен в церковь, звучит как начало анекдота. Ну да. Учитывая, что, по-моему, в сознательном возрасте был я там ровно один раз. А представляете, насколько масштабной могла бы получиться история серии церкви? Давай, давайте нет. Забыл, твои способности можно прокачивать прямо во время миссии или только на базе? Ты прокачивал что-нибудь уже? Я ничего не прокачивал.
Я пока не знаю, что такое база. Есть ли у меня база? Есть база. Есть база в инвентаре. Такая разворачивающаяся. Цилин, бицилин, трицилин, пенициллин. Все прям. Так. Ну давайте сюда его закинем, наверное. Прокачка в любое время, Дубровский Аф написал. Карточку-то подобрали, Дон Стрэнджер спросил. Ну, я какую-то карточку подбирал. Не помню где. Окей. Красава, красава. Бомба. Мазербаза. И она активна. Я посмотрел на бомбу, и в музыке заиграла басовая гитара. Блин, ну вот менюшка инвентаря реально выглядит так, как будто вот ее сделали сейчас в какой-то инди-игре. Прям очень так аккуратненько все написано, такой шрифтик знакомый используется. Да. А еще фамилия Бреа написана так, как будто это не очень красивая буква Д, а не буква А. И поэтому А я бред. Вертодром. Внимание. О, телефон. Можно позвонить в клуб. Астероид Белл. Не важно, как ты это сделаешь, просто поймай его. Девушка по имени Хлеб. Да, да. Чат триггернулся на брат. А я бред. А есть же какой-то, да, какая-то, по-моему, певица есть, Айя. Ну там, по-моему, и краткое, да? Айя. А я не знаю. Что-то есть такое имя. Не, ну раз есть героиня с таким именем, наверняка это не просто набор букв, а осмысленное какое-то имя. Высоковольтный кабель. Не, а я это анимешная стандартная, да, с буквосочетание, это понятно. Я знаю, что есть у нас на Алтае озеро Ая. И как бы... В смысле, прям вот... А, ну да, Ая певица, да. Прям Ая. Да, да. Вокалистка группы «Город 312». Но, правда, это псевдоним. А так это Светлана Анатольевна Назаренко. Назаренко Светлана Анатольевна. Можно называть просто Ая. Ну вот, у нас озеро точно никак там не дублируется и не... Так, лифт наверху. Это что, я зря сюда бежал, что ли? Ну да, Ая, озеро, Алтай. Красота-то какая! Липота. Да. Там что-то дворец какой-то тоже построен. Ну, это туристическая точка очень... Очень по... Воу! На себе, тут у вас люди загорают. А что, у вас загорают люди, да? Да. У вас снег сходит когда-то? Да. Понял. Как говорится, ран. Ну, он пока звучит больше как этот самый Дарт Вейдер. У меня плеер опять. Мне Twitch барахлит сегодня. А, или может это мой интернет. Сейчас опять обновлю страничку. Никуда не уходите. Пора считать попытки. Это да, это вы начинаете. Там ставка на 5 была.
вспоминаю, конечно, с ностальгией времена, когда у меня Twitch работал через раз, а и то и реже. И я помню, ну вот был период, когда ретро-реквесты, ну если Фен проводил эфиры, то я в принципе не мог наблюдать трансляцию и так просто слепую ориентировался, да. Ну так, какое-то слайд-шоу мог там подрубить, немножечко контекст создать для себя. Помню это место противника, у кого я смотрел этот стрим этой игры, если не у вас, я точно не играл, память за что-то так со мной. Да чё, мало что ли у кого мог ты наблюдать? Снимите маску ему. Я думаю, что в конце покажет он, но хотя не факт, кстати, да. На данных увлекательных стримах игра полностью проходит только первые 4 часа. Нет, 4 часа, да, у нас вот в последнее время нормой стало, потому что в 22 следующий эфир. Не полностью проходится. Ну, какие-то игры проходим полностью, какие успеваем. Циферки на враге перенесённый урон, да, довольно мило. Потому что корни-то скверовские растут из JRPG, вот вам и... Как ты относишься к программным клонам Sega или других консолей, которые поддерживают оригинальные карики и геймпады, чтобы просто современных денег? Да в целом ничего против не имею, но... Не интересуюсь, потому что, ну, типа, зачем, если у меня есть оригинальные, аутентичные. Блин, кстати, я сейчас вообще вспомнил это, ну вот про Twitch, то, что у меня когда-то хреново работало, и поэтому я толком не мог смотреть трансляцию. А один эфир-то я же вообще провел, когда болел ветрянкой, я провел эфир на планшете, ну, в созвоне, по-моему, на планшете был. И это, и в общем, да, тоже. Просто был на связи. Так и бывает на первом боссе. С гранатомета попробуй. У него 1600 хп. Его нужно еще обязательно между кабелями мудохать. Окей, понял. Ваш свет был выключен, но Глеб во время ветрянки все равно видел стрим. Я много стримов тогда посмотрел, да. Ой, так надо сделать. Едь. Чем программный и железный способ чтения ROM отличается? О май гад. Должен остаться только один. На Тринчредибли Мачине. Спасибо, договорил. Спасибо большое. А почему только один должен остаться? Надеюсь, это не всерьез было от господина Мелязева. Спасибо большое. Я понял. Но, да, 666 на Incredible Machine занес. Спасибо. Чем программный железный способ чтения ROM отличается? Ну, программный, то есть там эмулируется непосредственно железо старое, которое воспроизводит ROM.
А железный способ — это создается ROM, который просто адаптируется под железо настоящей консоли, насколько я понимаю. Ну, то есть... я, конечно, очень большой дилетант, и, наверное, это криво как-то изъяснился. Так, у меня что-то совсем опять застрял плеер. Надо третьего провайдера, наверное, подключать. Внимание! Вопрос! Добрый вечер. Предположим, что Ретро-Реквест закроет. Вы бы продолжили его выпускать. Вне рамок. Спасибо. Рублик на свое усмотрение. Не знаю, он договорил, но... Что такое выпускать на свое усмотрение? Ну... На личном канале имеется в виду. Не знаю, ну как бы, мне вообще... Мне тяжело представить, что закроют прям вот ретро-реквест. Вот такое словосочетание, закроют ретро-реквест. Скорее, ну, могут... мы можем как-то закрыться, чем ретро-реквест. Но, не знаю, мне бы хотелось добить эту историю, потому что если список игр не будет исчерпан, то я буду... чувствовать неудобно себя. Так, 501. Рублик на своем усмотрении. Сейчас я посмотрю, что там у нас по суммам. На металлгире 12. Окончание. А на Incredible Machine 57. Рублик никуда, никуда. Круглее ему не делают. Ну тогда... предлагаю по 250, а рубль сейчас решим куда. Так, Metal Gear Solid 250 добавил. Ты что, разобрался с боссом? Ну, я не знаю, видимо, с первой фазой. А то я увидел фразу про First Strike. Фаза у него такая, фаза у него, понимаешь, фаза у него такая. Так, а я при этом не сохранился, да? Или мне надо вернуться сейчас куда попало, чтобы сохраниться? Или вторая фаза не такая жесткая, как первая? Вообще, давайте я попробую. Блин, как же у меня все сейчас хреновато работает. Так, рубль-то надо куда-нибудь закинуть. Закинь куда-нибудь, ну, рандомно, чё. Ну, у нас есть одна единственная игра с тысячью. Она будет еще один. Который... Да, The Devil Inside. Это самая последняя игра, 219-я в списке. Давайте рубль закинем, и она сравняется с другими. Теми, у которых есть по 1001. Да. Можно фену в трусишке рубль, но нет, эта традиция ушла вместе с Надей куда-то в закат. Видимо. Надя, кстати, жива и в порядке, да. Если там... О, ну хорошо. Ну, в смысле, я задавался вопросом. Две последние недели что-то, да, вспоминали, волновались. Вот, передаю. А чё она пропала-то?
Ну, ничего, у нее там работа, жизнь. И все. Такое. Семья, дети. Ну, почти. Я думал, сейчас мы с ним нормально драться будем. Что за... А все, финалочки. А, ну, кстати, лицо-то немножко показали, действительно. Куда-то ускакал. Надь скорее завершил карьеру не стримера, как она это позиционировала. Ну, да. Ну, карьеру не стримера-то она закончила уж сколько? Полгода, по-моему, если не больше, на канале у нее ни стримов не было. Сука! Ну, жвовостка, жвовостка. Так, блин, к сожалению, у меня чат тоже очень скомканно подгружается, поэтому, возможно, какие-то сообщения приходят с задержкой. Я прошу прощения, если что-то пропускаю или как-то не впопад реагирую. Что-то какие-то сложности. Вор говна прислал еще 100 рублей. А, у вас тут двое. А кто играет-то? Ну там же написано, играет Фен, вор говна. В детстве не мог завалить босса, просил помочь дядю, лол. Resident Evil 2 так вообще не мог играть, срал кирпичами с первого зомби. Только подписался. Можете ли убрать ограничения на чате в один час? Ник Apollo 440. Я не знаю, честно говоря, это я просто не шарю в модерации. Можно ли как-то это сделать? Ну, спасибо большое. Я специально перебиваю. Понятно. Не, ну тут ебанус, просто взрыв, он блядь, громкий. Это, блядь. И в целом все уже закончилось. Понял. Ну, в общем, убрать можно, но сразу всем, а это опасно. Ну, вор говна, придется тебе час тогда подождать, сорян. Потерпи. Ян Ленин закинул 314, князь легенды лесной страны. Вот это лаконично. И это получается, князь легенды лесной страны возвращает себе первую лидирующую позицию. Спасибо. Пам-пам-пам. Опять у меня все. Планетное вторжение. Зависло. Эксклюзив. Пришельцы сожрали мои спагетти. Заголовок в духе этого «Людей в черном» первой части. Там что-то «Пришельцы похитили моего мужа» или что-то такое. Пришельцы похитили. Так, у меня что-то совсем чат просто повис. Сейчас еще разочек. Неомитохондриальные существа. Вот это да! Вот это словечко. Неомитохондриальные. Сразу нео такой так. Из матрицы вваливается. Короче, буду эфир на 360p попробую поставить. Грей посоветует игру, главное условие побольше техники, не меньше 1000. Это Костян Тростеняку. Не буду его хлеб забирать. Все, что касается подобных запросов, и это к нему. Сейчас молчит, чтобы у Глеба лучше подгружался к Twitch, но сейчас вроде да, вроде нормально. Вот на 360 и плеер запахал. И вас вижу. Вы знали, что Parasite Eve 2 и Куделка вышли в один день, и в Куделке есть озвучка, но и дисков там 4. Нет, не знали. Ну, Metal Gear Solid вышла до Parasite Eve 2, и там есть озвучка, и там какая озвучка есть, и чё толку?
Ну, карта Драйфилда, мы, видимо... Да-да-да, карта исследуемой мной области в пустыне Мохаве. О, Мохаве. Ну, наконец-то. Я так понимаю, сейчас еще что-то будет, потому что мы просто изучили материалы дела. Но непонятно, как дальше что будет происходить. Но музыка опять чиловая такая. Лоу-фай. Да, почти. Я включил послушать, немножечко отдает каким-то таким нуаром, да? Ну это джазик, только я, блин, успешно со всеми этими лоу-фаями успел забыть нормальное описание жанра. А ну, смотрите, то есть формально здесь... он описывается как чиллаут джаз и все. Смотрите, здесь и жалюзи были в сцене, а все мы прекрасно знаем, что нуар и жалюзи это как бы братья навек. А еще начиналась игра с вот такого, ну, классического, можно сказать, монолога главного героя, который, ну, давал картину мира. 3 года назад на Манхэттене я спасла мир. Да. То есть, получается, Parasite 2 — это нуар? Ну, да. Тему подземки я хочу отдельно иметь, да. Особенно если она существует в вариации, типа, мы просто 10 часов играли вот таким набором инструментов, вот в таком темпе. А я сказал жалюзи? Да. Ну, жалюзи? Конечно. Я давно не употреблял это слово. Ну, кстати, да, давно не употреблял жалюзи. Это не чат меня поправил, а я сам такой, подождите, что я сейчас сказал, что вырвалось из моего рта? Неправильное ударение? Сука! Ой. Скучновато, чёт сидим. Пощекочем нервишки любителям Соника и князя Капу-Капу-Капына, не верь в худо. Капу-Капына, не верь в худо. Спасибо. Доктор Лярат Сони, спасибо, да, действительно, веселуху тут задает. И обгоняет и князя, и Соника с Неверхудом. И это круто. Я не хочу отсюда уходить. Учитывая, что я знаю, что впереди пустыня, по которой опять наверняка будет надо носиться и бэктречить. И есть гараж, в котором вот прям очень клевая штука играет. Я реально не хочу никуда уходить. И так и закончился этот самый мир игры Parasite Eve. Главная героиня просто села в этом самом, в гараже, в машине и такая, кайфовое музло. А мутанты там захватили мир. Сейч пишет, что впереди сцена с душем. О, oh, oh. так, окей, ладно. Окей. Okay. А, значит... А, я, наверное, могу пойти что-нибудь купить, да? Ты лаж в гараже не обыскивал, спрашивает Дубровский? По-моему, обыскивал после первой миссии. У меня в школе была одноклассница по имени Ая. Как-то к нам пришла новая учительница по музыке. Звали ее Майя. Одноклассница сказала, что за глупое имя. Вот тена. Обменять 0-0 на оружие. Да. До души еще пилить и пилить. Эх, жалко, конечно, если не дойдем до души. Блин. Даже погромче сделаем. Ну, в смысле, для вас-то ничего не изменилось. А мне стало получше. Так.
Одежда. Жилет, панцирь. Одежда. Боевой костюм. Ну, кстати, на боевой костюм у меня ООшек хватает. А чё за ООшки? Как это расшифровывается? Очки обмундирования? Это единственный вариант, который мне приходит на ум. 333 от Расти. Один на князя, 6 на Соника, остальное на стрим Мегаломания от Глеба. Жестко, жестко. Так, ладно, сейчас подсчитаем. Князь получает рубальтес. Соник получает 6 рубальтесов. И, в общем, у нас трое власти. 333 минус 7 это 326, если я ничего не путаю. Мегаломания. Ой, что закрыть-то, стой. 326. Я не хочу, чтобы ты засохла и стала вяленым беконом. Эй, торговать, очки, давай торговать. Опыта, очки оружия. Да, обменять. Так. Мне не нравится, что если я куплю винтовку, то у меня останется типа 1000 очков, на которые я смогу купить только патронов. И уже даже жилета. Ну, жилет с одной стороны хочется купить, с другой стороны я пока не очень понимаю, как здесь работает бронья. И типа, насколько сильно облегчает жизнь... Вот, собственно, жилет, панцирь и боевой костюм. Или в целом, учитывая неторопливость, неспешность и тормознутость и прочие-прочие всякие характеристики местной боевой системы, важнее иметь хорошее оружие, чем хорошую защиту. Жилет лучше для А и нет. Возможно, Ян Ленин просто в шутку написал. М4, конечно. В следующей локе купишь. На треугольник описание предметов. Винтовку беру, бери на нее кучу обвесов. О, у винтовки еще и три выстрела и один выстрел есть. Вариации. Найс. Ну ладно, давайте мы купим винтовку и боеприпасов. Сука! Новая грандстеры. Новая грандстеры. Спасибо! Спасибо, Вагранстеры. Спасибо большое, Битуксайра. Вагранстеры. И у нас четверал власти воцаряет. Квартет у нас теперь организовался такой вот лидеров. Пора равнять весь топ. Ну, это не требуется, конечно. Это жестковато, конечно, будет. А мы, я помню, вот решали в итоге рандомом, кидали кубик, там из скольки выбирали, не помнишь? Не помню. Ну, типа, мы один в любом раз случае сможем модифицироваться же. Не, ну да, мне просто любопытно было. После того, как мы закончим ретро-реквест, напомни мне, что у меня к тебе есть один вопрос. Окей. С которым я до тебя не могу уже недели две, по-моему, дойти, потому что вечно забываю. Ладно, но я, правда, тоже забуду, скорее всего. Я сейчас тогда напишу. Может быть, нам чатик еще напомнит. Если кто-нибудь в чате... В конце эфира, чатик, напомни нам, пожалуйста, что... Напиши, Фен и Глеб, вы все забыли. Поговорите друг с другом. Вам нужно обсудить что-то. Да. Так.
А, или я, наверное, могу брать-то ее не в... Или как? Или если она у меня в жилете, то я ее активирую и... Нет, она как будто не в руках. А я могу таскать и... Искусственный интеллект? Нет, и ту штуку, и вот эту. Ну, в смысле, и беретту, и эмку. Жду сообщения от чата. А представляешь, если нам чат в конце эфира напомнит, что нам нужно что-то обсудить, насчет чего-то пообщаться, а мы не вспомним насчет чего? Не, я вспомню. Я потому что хотел до эфира, но до эфира что-то я забыл. Как всегда, собственно. В руках только одно оружие, можно в карманы менять во время боя. Ну вот я про то и спрашиваю, да, что типа во время боя у меня будет возможность залезть в карман и выбрать пистолет. Когда говорят, нужно поговорить, страшно становится. Не, ну когда говорит Фен, мне пока не страшно, Вайлд Никочка. Может, и зря, кстати, не знаю. Нет, там не страшно ничего. Так, окей, я вооружен, я опасен. А сколько у меня... Очков осталось 112. Ну давайте я еще одну таблеточку куплю. Просто на всякий. Просто почему бы и нет. Ты рассказывал Ване, как прокачиваться? Я не встречал нет. такую информацию. Пока, подружка, береги себя. Если это реально важно прокачиваться, то вы расскажите, да. Да. В митохондриях магию качай. Я как будто знал, что мне надо в митохондриях. Так, погодите, а я может могу... Во! Я же могу тогда излечение выучить. Например, тут. Там хилы и бафы, что очень полезно. Хилы и бафы. Это очень полезно. Нифига здесь. Огонь, вода, земля и, сука, ветер. Да. Ну почему не воздух, а ветер? Сука. Вот то есть, типа, они ценят эту стихию только когда она двигается. Если она стоит неподвижно, то все, не считается. Нема, 133 рубля. Всем хороших выходных на UFO Enemy Unknown XCOM UFO Defense. Спасибо большое, Нема. Давненько XCOM-ушка не двигалась. Спасибо. Так, XCOM UFO Defense. Так, ладно. 133. Я немножко прокачался. А теперь давайте поговорим по телефону. Вот испугаешь стоячим воздухом. Ну, не знаю. Стоячий воздух, это даже звучит, по-моему, внушительно. Глеб, почему меч и магия? Да. При чем тут это вообще? Джоди ждет. Че? Кто меня ждет? Зачем меня ждут в оружейной? Я думал, я как бы выезжаю на дело.
Так, стоп. Выезжаем. Так я поконим. С ней говорил уже. Или мне надо к машине уже подходить, а не к тебе? Типа, оба, я уеду, когда подготовлюсь. А я что, не подготовил? Блин, ну слушайте, но выбор реально крайне многогранный. Я просто сейчас окинул взором вот четверку лидеров нашу. Просто Sonic, Neverhood, Vagrant Story и Князь ЛЛС. Просто максимально разнообразная компашка. Что-то там заплутал? Или нормально все? Да вроде ничего. Окей. А что ты виниловую упаковку не посмотришь? Интересно же. Ну я вот уже открыл. Круто, круто. Выглядит круто. Бля, какой ты дурак! Ян Ленин, 300 рублей. Трудно поверить, что с самого начала их было только 8 крепких, бесшабашных парней, которым было все равно, с кем воевать. С террористами, с мафией или... с инопланетянами. XCOM UFO Defense. Жестко, жестко. Как будто жалюзи где-то зашелестели. Так. XCOM. 300 рублей получает дополнительные. Добавлено. Если будет так же ничья, то выбирать вы сами будете ли голосовалка? Рандомно. Рандомно. У нас была такая история... Да, как Стеар, кстати, написал, вроде выбирали из пяти игр выбирали в тот раз. Ну, как он обозначил, я не помню реально. И, по-моему, тогда Icewind Dale вроде победила. Если я ничего не путаю, опять же. Это из аннотации неофициальной новелизации от Владимира Васильева. Понял. Приложи со птичкой интерактивно. На массовых планах разница. Да, я еду в пустыню. Мне не нужна там аптечка. Мне там нужна водичка. Невада, пустыня. Сука! Опа! Ну все. В этой мексиканской дуэли нашелся человек, который сделал первый выстрел. Хозяин Даура и коровки его зовут. 101 рубль, но не верь в худо. 101. Добавим. Наконец-то пустыня. Погнали в Махава. Да, мы уже все, мы прогнали. Ну да, да. Душ нужен. Да, здесь так жарко, что уже хочется в душ. Зона 272. Спутник. Так. Надо поговорить с местными, говорят. В багажнике возьми патроны. Там кто-то смотрит на меня. Так, разгляди меня получше. И я убегу. И потом ты будешь всю жизнь думать, там что, кто-то был? Видел ли я кого-то? Неужели он крутился вокруг своей оси? Да. Сегодня какой-то ночной пятничный ожидается? Да, да, вроде должен быть в этом, в расписании. Да, давайте сейчас чекнем. Я уже забыл, господи, как, что у них там. Да, в расписании все есть, ребята, обращайте внимание на расписание. На нашем сайте, на StopGame.ru есть пункт стримы, там расписание. Там и ретрозор добавляется тоже. Ретро-реквест.
Ретро реквест, да, да, конечно же. Но ретрозор на сайт тоже иногда добавляется, но реже, чем. Ну да, реже, чем хотелось бы. Так вот, Dishonored сегодня будет от Максима Милязева и Ильмана Густейнова. Я сижу, думаю, игра на D. И все, и не могу вспомнить. Привет, через что играете, я тоже хочу. Через эмулятор. PCXE, да? Угу. До скольки будете стримить? Ну и, соответственно, стримим мы вот как раз где-то примерно до 22:00 по Москве, когда начнется следующий стрим. Так что такая вот история. Вот так вот все. Хитро. Что за курица у фена накрепления микрофона? Блин, а у меня 360. Это не курица, это сова. А вот сейчас да, сейчас ты, конечно, прокрастинатор немножечко на грани был. Не мракобес пишет. А я как раз Dishonored первый 5 раз перепрошел. Вот прям как будто готовился. Сидит такой не мракобес. Блин. Что-то хочется 5 раз перепройти Dishonored. И действительно, в общем, как раз, да. Никого нет. Сколько уже лет ретро-реквесту? 5? Да нет, Леар, ты чё? 3, по-моему. Или 4? Нет, 3.5. В сентябре 2018 года все начиналось. И помнишь, как все начиналось? Гараж Дугласа, задний вход. Не входить, дверь не закрыта. Там крепоту какую-то обещали, кстати. В туалете. В гараже Дугласа? Не, в туалете. Где-то здесь. Ну, я пока туалетов не вижу. Дубровский написал: не смотри в колодец. Ну, я не думаю, что я найду колодец в гараже, поэтому пока не планирую искать. Всякое возможно. В целом это разумно делать колодец в гараже, чтобы он точно не замерз. Прям вообще, прям точно. Чтобы не обдували ветра лишние. Не задували внутрь. Бля, какой ты дурак! Ёб твою мать! Танец завода 300 рублей заносит. 102 на князя, остальное Глебу на Моровинд. Блин, чё мне-то все? И мегаломанию, и Моровинд. Немного ли на меня тут вы вешаете? Спасибо большое. На князя 102. И получается 198 Моровинд. Добавлено. Колодец дальше будет. Тут вроде тачку поднять надо. Но ведь я хрупкая женщина. Как я подниму тачку? Нет идеи после рефанда проходить на стриме игры не рефанднутые. А типа как после разборной стримы. У нас были до рефандновые стримы, но они что-то как-то не особо прижились. Да. Так что не вижу особого смысла. Ну, здесь, понимаете, после разборной стримы их у них другая природа. В том плане, что ребята часто играют в какие-то популярные памятные штуки. Ну, еще плюс, возможно, спорные, которые, ну, интересно обсуждать.
И поэтому прикольно, да, собраться, потом со зрителями обсудить. А мы-то играем в рефанде во всякую хрень, которая, ну, зачастую не то чтобы вызывает там бурю эмоций и дискуссий и всего вот этого. Такая вот есть мысль. А вот ретро-жатва очень прижилась. Да не, ретро-жатва прикольная была тема. Типа, понятное дело. Мы тоже от ретро... Ну, не знаю, как Фен, но мне тоже ретро-жатва зашла. Нормальная затея. Но дело в том, что сейчас-то оно нереализуемо. Потому что у нас минимальный порог не изменился. 1000 рублей как было, так и есть. Все игры сверх 1000 имеют. То есть, что жрать-то? Ну, да, жатва клевая тема, потому что она... Ну, собственно, по аналогии с основной, как бы, фишкой рефанда... фишкой ретро-реквеста... приводит к тому, что ты постоянно играешь в какие-то штуки, в которые бы ты сам, типа, либо не скоро, либо никогда не дотянулся, и они, ну, регулярно оказываются чем-то интересным. И, типа, ретро-жатва в этом смысле это такая ультимативная нарезка того, во что можно было бы поиграть. И оно еще, как бы, когда все стыкуется друг с другом по соседству, то, в общем, прикольно становится. Сука! Жаль, что нельзя занести на новую игру в список. Так бы Шинин Фарчи выдвинул. Ну тогда давай на Карину. Спасибо, договорил. Спасибо большое. Охренеть, у нас Ocarina of Time, оказывается, в списке была. Добавил. Давненько она не проявляла себя. А что касается новых игр, ну, мы в прошлый раз считали, давайте еще раз почитаем, мне самому любопытно стало. Следующая неделя 218, потом 217. Получается, 11 числа, да, 11 февраля, вот как раз в эфир, в этом в эфире можно будет новые игры добавить. А Карина, конечно, Карина. Мне что-то вообще не зашло. Пробовал я в Карину играть, но... Что-то... Подзадушился, не понравилось. Вакарина. Хотя к Зельдам в целом я лояльно достаточно отношусь. Проходил несколько. Но я играл, да, на Nintendo 64 на родном геймпаде, который не то чтобы был в отличном состоянии, скажем так. Может быть, в этом дело. Но не думаю, что это... Это могло бы, наверное, как-то немножко скорректировать ситуацию, но вряд ли это оказало бы решающее влияние. Или даже до подводного данжа не дошел, чтобы по-настоящему сдушиться. Да, я... Да, и типа не хочется, честно говоря. У меня были мысли потом попробовать еще разок, но уже на эмуле, на геймкьюбовском, ну, геймкьюбовскую версию на эмуле, чтобы более удобное управление и графон почетче, и, может быть, там какие-то накатить перевод, не перевод, там, может быть, улучшения какие-то еще есть для Окарины, не знаю. Но так желание не появилось все-таки. Думал, что появится, но не появилось. Желтую решетку возле кнопки подвинуть можно. Ну да, тем более, что Вася Русяев прошел Окарину у нас на канале, поэтому нормально. Ниша закрыта. У
На 3DS прекрасный самый ремастер по итогу. Но у меня на 3DS, кстати, есть картридж с Окариной, но не играл. Васины стримы по Зельдам были топчик просто. Ну вот видите, тем более, то есть после Вася Русяева браться за прохождение Окарины, это себе дороже. Так. Я думал, сейчас будет монстр какой-нибудь. А крепоты в туалете пока не было, обещанной? Ну пока нет, пока я, судя по всему, встретил только Джека, владельца гаража. Ну блин, вы прям предупреждаете, да, донатите на Карину. Нет, игра-то все равно любопытная и зрелищно. И вообще на эфире по Окарине-то много чего можно обсудить и повспоминать. Так что в этом плане ничего страшного. Пена Карин тогда пройдет. Да, да, вот вы Моровинт и Мегаломанию определили, а давайте вот Окарину на Фена тогда повесим в качестве для балансировки. Давайте, я буду сидеть и там. И все. Мне норм. Я тут думал себе Nintendo DS взять, пересмотрел видос Глеба и передумал, то шлейф, УГ, то экран, то еще что, не быть мне ретро-геймером. Это на самом деле, ну, такая грустный момент в истории с Nintendo DS, в том плане, что идеальной ревизии они так и не сделали. Ну, лично для меня идеальной. Ну, я сейчас играю на DSi и в целом подпривык. Но DS Lite все равно круче. И очень жаль, что со шлейфами у них такая история. DSi не ломается, но тактильно не такой кайф я испытываю от игры на ней. Сука! Доти 3 семерочки, 100 рублей. Приветище, комрада. А у вас в детском саду, в начальной школе была лепка? Помню, в детском саду предмет назывался эстетика. А, нет, у меня такого не было, Доти. И в помине ничего такого не было. Максимум, что было, спасибо. Это изобразительное искусство, которое было типа в школе. И там мы и рисовали, и лепить пытались. Но это было давно. А, колодец. Вот этот колодец. Старый колодец. Старый колодец, старый колодец. Ой, не знаю, Лайт ничего купил в БУ, и уже она у меня более 15 лет. Ну, возможно, ты ее купил уже починенную, уже с замененным шлейфом. Возможно. Либо тебе просто повезло. Это всегда, ну то есть, это же не 100% приставок ломается, но большое количество. BFG Jonas 100 рублей. И в Parasite Eve 3
по идее, тоже можете сыграть, хотя она на PS Portable. Я не в курсе, просто есть ли годный эмулятор ее на Unreal Gold. Да, эмуляторы годные, PSP есть. Да. Ну и плюс у меня, ну хотя, блин, конечно, у меня есть Vita, на ней можно запустить то, что есть на PSP. Но не значит, что это можно будет нормально отстримить. Да. Да, но у меня есть PSP 3000 серии, и она как раз подключается к компьютеру. Ну, то есть она может выводить картинку на внешний экран. Но там нужен специальный кабель, какой-то проприетарный. Я пока не вникал в эту тему, но я думаю, доберусь еще до этого вопроса. Так, на Unreal Gold занес соточку. Если что. Так, а у меня возник вопрос. Возможно, мне действительно не стоило заглядывать в этот самый пик. Ну да, об этом сейчас в чате просто активно свалить. Пишут, что... Okay. что не надо было, да. Не, ну как бы такие штуки, они делаются там для того, чтобы... А, это я теряю не очки опыта, это я теряю очки вот этого обмундирования. Дотину сотку наверху-то забросил, если я правильно его понял. А, про лепку это был намек, типа. Нет, не закинул. Да опять же, все старая тема. Про конкретное сообщение. 100 рублей на наверху добавил тоже. Теперь. Про заклинания тебе напоминают, вроде там есть у тебя что-то помощнее, ты там фаербол взял или что? У меня есть хилка. Ну хилка, да, хилка тоже. Важнее. Ждет загадочную новую Сиберию. Да я не то чтобы ее жду, но обзоры почитал бы. То есть у меня такой интерес с точки зрения наблюдателя. Телевизор с ручкой для переключения каналов. Ну и старье. Прикольные скорпионы пытались толпой взять фена, как только одного убил, развернулись и обиделись. Но это лидер, наверное, был. Гоп-стоп скорпионы. О, господи боже. Виллаж начался. Блин, а я пропустил, что там было? Что с Виллаж начали вспоминать? Не знаю, младенцы выползли из-под кровати. А, ну понял.
В Village было наоборот, ты под кроватью прятался от младенца. То есть они переиграли ситуацию. В смысле, там какие-то были гигантские младенцы или как? Ну там один был не маленький такой. Фен Виллаж не играл, да. Можно сюжет вкратце. Сюжет Parasite Eve 2. Что происходит? Фен, можешь рекапнуть? После первой части монстры с модифицированными хромосомами, мидихлорианами, митохондриями продолжили свое существование, потому что не были уничтожены полностью. И поэтому главная героиня, которая продолжила борьбу с ними в агентстве, что-то там, Кимпс, Милпс, Милфс, что-то там такое... Кип Милс, Филд Милс. Ой, там да. Опять кто-то ходит. О май гад. Кип Милс Тугеза. Да, типа того. Чё она? Она поехала, в смысле, ну, она на одно дело отправилась в Лос-Анджелесе в какую-то башню. Сейчас ей сказали, катись-ка ты колбаской. В Мохаве. Я приезжаю в Мохаве, и вот как бы тут происходит то, что происходит. Ну, вообще, по ощущениям, опять же таки, я все поднимаю тему, что первое меня интригует больше, во второй что-то вообще как-то, ну, просто рутина, да, то есть рабочая какая-то получается. Ну, пока что да, особо. Пока что я себя чувствую аналогом Ведьмака. BFG Jonas, 100 рублей. В общем, как вариант можете, но будут некоторые заморочки с реализацией. Приму к сведению также Unreal. Спасибо. Unreal Gold. Сотка. Добавлено. Учитывая, что вокруг бродят монстры, заходить в комнату номер 6, закрытую просто замочком. Это звучит как что-то очень неоднозначное. Сюда до второго диска во второй половине игры будут прям норм замесы. Но до второго диска мы, да, вряд ли доберемся сегодня. У меня два ствола. Одно для людей. Один, точнее. Один для людей, другой для чудовищ. А у Фена действительно же два ствола? Да. В боях готово. Применяется. Однако я еще не хочу спать. На стене висит голова. Шкаф для одежды. О, телефон. Я тебя съем. У Фена два ствола, у сычка на штанге три меча. Там три меча, блин, как же во-первых, плохо. Во-первых, сычек на штанге, это не сычек, это филин, по-моему. Сычек на фартуке. Блин, 1080 пока не вытягивает. Так, а 480?
Конечно, сейчас плохо играются игры с первой PS. Да не все, вот не скажи. Ну, ну и неизвестно, на что ты ориентируешься. Вот, например, неделю назад я играл в Sheepdog and Wolf, тоже как раз с первой PlayStation. Все хорошо, но вот не, немножко неудобное управление. То есть непривычное, не такое эргономичное, как сейчас. И из-за этого у меня рука подразболелась под конец эфира. А в остальном-то нормально, нормально игралось. Глеб, если бы у тебя была возможность выбрать любую игру для киноадаптации, что за игра это бы была? Вот это сейчас был фришадовинг прям. Если я задержусь в этом городе, я обязательно приму душ. Жаль, конечно, до души не доберемся, да? Так, а любую игру для киноадаптации, что за игра бы это была? Блин, реально интересный вопрос. Реально интересный вопрос. Не, ну... Киноадаптация, это, конечно, опасная тема. Они могут прям говном каким-то обернуться. Надо еще... Нет, душ-то будет, мы в курсе, но мы, возможно, не успеем до него дойти. Может быть, Dreamfall в плане киноадаптации. Вообще, в целом, вот эта сага The Longest Journey и Dreamfall в частности, мне кажется, она бы выглядела клево. Но это даже, наверное, не киноадаптация, это сериальная адаптация требуется, учитывая масштабы истории. Первый Тенчи плохо играется с первой PS, ниндзя, стелс-экшен с танковым управлением, это развлечение для любителей. Не, я согласен, что какие-то игры действительно плохо играются, но, на мой взгляд, есть и куча тех, которые в целом норм. Ну и к которым проще привыкнуть с течением времени, поиграв. Запоминать даты на картинах, но, видимо, уже поздно я это сказал. Ну, да. Это другой вопрос, что я пытаюсь понять, мне сейчас, в принципе, что надо делать. Типа, мы опять занимаемся бэктрекингом. Дядя дал мне ключ от номера, я добежал до номера. И теперь надо вернуться к дяде. Ага, а у дяди закрыто вообще. Ну... Колодец я смотреть не хочу. Да-да-да. А где еще были вообще двери здесь? Ну, кроме номеров отдельных. Там, по-моему, я уже все пощупал. Подсказывать можно? Да, да, без проблем. Особенно, если предварительно спрашивают об этом, вообще супер. Какой-то жесткий, настойчивый бэкситинг мы, конечно, не приветствуем, а если видите, что, ну, заплутали, то почему бы и нет. Это клон Resident Evil, Чикаг? Но это... да. Ну, как, клон это, конечно, такое... достаточно агрессивная характеристика. Но игра в схожем жанре. Ну, в том же жанре, не то что схожем. Ты в номер попал свой, там лесенка вниз. Вот такая подсказка. Чё? Я ж снизу туда поднял. Ладно, сейчас я вернусь туда. Сейчас надо на водонапорную башню попасть. Не, я понял, да, судя по тому, что мне показали, что там кто-то стоит. Б-
получается не клон, а Маш. Да не, ну клон в целом... ну, лично я нормально воспринимаю термин клон, но кто-то, я думаю, видит в этом исключительно негативную какую-то характеристику. Записочки. Ну, давайте на всякий будем записывать. Все. Ну да, наверное, можно выделить вот эту вот троицу. Resident Evil, Dino Crisis и Parasite Eve. Наверное, они самые популярные представители вот того самого жанра survival horror того периода. Были, конечно, еще разные всякие куделки. Но я имею, ну, вот именно про самых популярных говорю. В настоящем блокноте ручкой. Нет, чат, вы видели? Ну и чё, у меня тоже ежедневник вот на столе лежит. Регулярно пользуюсь. Записываю туда тезисы для рефанда. Единственная проблема, я вот палец, ну, руку повредил пару месяцев назад, и до сих пор у меня, ну, побаливает она какая-то странная. Ну, в общем, ушиб какой-то странный был. Из-за этого ручкой сейчас не попишешь особо. Silent Hill. Ну, Silent Hill, мне кажется, немножко другой природы. То есть, вот именно по градусу саспенса и каких-то акцентов в сеттинге и всего такого, можно объединить Dino Crisis, Resident Evil и Parasite Eve 2, конкретно вторую часть. А Silent Hill, он немножечко особнячком стоит именно за счет того, что там гораздо больше именно ужаса как такового. Ну и плюс в Silent Hill действительно камера-то достаточно часто динамичная. Если кому интересно, забейте на ютубе Parasite Eve 2 Shower Scene. Я скопирую себе буфер обмена. Ну и да, да. Комната 5. Alone in the Dark, да, пожалуй, можно тоже причислить. Но Alone in the Dark, она отличается в том плане, что она более почтенного возраста. Да. А Evil Dead Hail to the King, ну, не такая популярная все же. А это вот прям вот действительно, ну, я не знаю, во всяком случае, в моем понимании, в моем восприятии, это прям такой вот кластер из Parasite Eve 2, Dino Crisis и Resident Evil. Кстати, нужна иска по Alone in the Dark. Но это надо сейчас это голосовалку запустить, кто делать будет. Да, ну и потом сразу все непосредственно, решить. Да, непосредственно потом вам нужно будет сообщить автору. Obscure, да. Ну, Obscure. Ну, Obscure более современно. Да, она чуть попозже выходила. Ну, не, были, конечно. Ну, чё уж тут. Было много разного. Плюс от какого-то субъективного восприятия все равно это все зависит. Привет, Никола Кефри. Добро пожаловать, располагайся. Раз зашел, заглянул к нам на стрим. Мы вот в Parasite Eve 2 тут поигрываем. Да. И немножечко расстраиваемся от того, что
сцены в душе, наверное, не будет. Ё-моё, на Ютубе есть ремастер этой сцены в 1080 с использованием AI машин лёрнинга. Во! Окей. Ладно. Это вопрос, извините, это что-то по типу Resident Evil. Да вот только что обсуждали. Да, да. Чат лагает, а сцена в душе на Ютубе нет. Нет, ну, кстати, Twitch вроде тоже разлагал. Но... У меня местная проблема твичевская с твичевскими серверами. Глеб, ты извращенец, или как я написал. Что? Это почему? Сейчас немножко обидно даже стало. Да нет, не то чтобы обидно. Не совсем правильно я охарактеризовал. В общем, я озадачен. Нечего всякие сцены в душе смотреть при живом-то фене. Я-то как ну, бы так... тут, а не там в душе. Ну, как бы да. Такая себе предъява не засчитывается, я считаю. Голосовалка запущена. Была новелла «Паразитка и Ева». Потом сняли фильм «Паразитка и Ева» по новелле. А игры «Паразитка и Ева» 1 и 2 являются прямым продолжением новеллы. Третья часть не канон, свой сюжет. Вот такая вот справка. А чё, в третьей... В третьей части, которая Фёрд Бёздей, тоже есть сцена в душе. Сид 90, он там провокационное сообщение закидывает. Ну-ка. Опа. Ну, то есть они это как бы традицию, да, таким образом хотели. Традиционная сцена в душе. Ну да. Очень важно. Не, ну да, здесь контент побольше. То есть вот здесь вот прям налицо, так сказать, прогресс в плане сцен в душе присутствует. Если до сцены с душем не дойдем, придется фену отрабатывать. Предупреждает тебя чат. Ничего не знаю.
Никаких уговоров на то, что донат идет на сцену в душе, не принимается. Ян Грибович, кстати, был выбран. Окей. Отлично. Да. Господи, сколько их тут? Опа, про Сибирь спрашивали, а тут я открываю почту. И тут такой пресс-релиз прилетает. Микройцы объявили дату релиза игры «Сибирь. Память прошлого». Опа-на. Вот это да. Вот это совпадение. 18 марта. А февраль-то какой жирный был. Я когда вот календарь релиза на 22-й составлял, я прям диву дался. В феврале реально очень много жирноты выходит. Но такой жирноты с точки зрения широкой общественности, может, конкретно кому-то ничего и нет, не присмотрится, не приглянется. Но я Сифу жду, например. Любопытный вроде. Сифу, не знаю, как ударение. И в очка сыграть. Ребята, если игра, которую я хочу вернуть, очень сложно найти, ни в Стиме, ни в Гоге ее нет, но при этом игра отличная, искать будете. Да у нас неоднократно бывали такие ситуации, когда игры на реквесте появлялись не из Стима и не из Гога. Главное, чтобы она в принципе находилась, ну то есть вообще, ну как бы, хоть как-нибудь. Да. Даже для Tiger Games есть эмулятор. Ну, вообще, да. Само собой, можно найти игры, которые нельзя найти. Например, вот я когда делал ролик по играм компании Никита, я реально не смог найти игру... То есть у них выходила «Осада Белого дома», игра, которая достаточно хорошо завирусилась и популярна была. А была игра «Защита Белого дома». С другой стороны, как бы. И ее вот я вообще не мог найти никак и нигде. И даже толком картинок-то нету. Хотя она была. Отсюда виден весь город, а весь город это, судя по всему, 2,5 здания. Да, видок, конечно, шикарный. На самом деле не особо. Даже пустынности как-то не особо чувствуется, кроме того, что явно все вокруг сухо. Там стоит красный грузовик. Это да.
Эти автоматы про Ивана Дурака стояли в Шереметьево и в Сочи рядом с каратекой. Автоматы? Фига себе. Ну, это, наверное, были просто какие-то модифицированные компы. Любопытно. На самом деле в башню залезть, Дубровский. Я думал, ты что всем залез, оттуда смотрел на виды. А зачем на самый верх башни? Может, не надо, но нам. Да я тоже не очень понял. Ну давай что залезем. Нам не жалко. Еще выше. Еще выше. Давай же. Там лут. Ой, лут. Ну ладно. Если меня там полечат, то я не против. Ты же изучил хилку. У тебя очки вот этой магии, они восстанавливаются? Не знаю. Ключ с трупом. Можно это подхилиться. Не очень-то хилово. Но есть целин. Окей. Просто можно подхилиться магией и подождать, когда восстановится мана. А, ну он говорит, что мана после боя восстанавливается. Ясно. Ну да, в бою подхилился. Как в Darkest Dungeon в первый. Оставляешь недобитка, выхиливаешься. И потом выходишь из боя на коне. На коне. Так, где у меня были закрыты двери? Где может быть этот ключ применен? Который я нашел у мужика. Ну ладно, давайте сначала. Сначала очевидное. Сука! Геральт из Ливии прислал 200 рублей на Соника. Опа-па. У нас смена лидера получается таким образом. А, нет. Нет, кстати, не добрал. Рубалек. Спасибо большое, Геральт. Но Соник князя сместил таким образом. Фига тут задачки пошли. Жесткие. Зачем я черную карту подбирал? Интересно. Будет ли рубрика, где чатику можно будет сыграть с СГшниками, побегать в Left Touch или It Takes Two? Так вот, на Новый год собирались. Отлично провели время в Crab Game. Да. Но конкретные рубрики не планируются. Для того, чтобы играть в It Takes Two, надо... Как сказать? Ну, короче, мне кажется, есть смысл выходить на уровень общения с кем-то из СГшников, не, потом играть в ТХ100.
Они ну да, это нужно как-то какую-то модификацию придумать, чтобы одним персонажем управляли все СГшники, а другим персонажем управлял весь чат. В общем, есть над чем подумать. Почему всегда, в любом чате, даже если стримят какую-то неизведанную игру конца 90-х, в которую играли человек 20, и про которую никто не слышал, есть человек, который знает все нычки и каждый угол в этом деле. Потому что вот так работает общество. Это же круто. Это круто. Сори за автоп. Прошел кампанию Леона А, открылась Клэр Б. Играть теперь Клэр Б или начать с Клэр А? Вот за это я и не очень люблю Resident Evil 2. Клэр Б. Глеб А. Есть такой вариант. Ранил. Глеб А, потом Фен Б. Так, ну у нас меж тем осталось полчаса, поэтому давайте-ка, чат, придумаем быстренько какую-то цель, к которой мы будем стремиться в рамках этого стрима, и на которой не стыдно было бы закончить. До души, я так понимаю, мы уже не успеваем, поэтому требуется что-то другое. Какая цель забить на Ильмана и стримить по 2 часа? Нет, это не цель. Ну, такая себе цель, учитывая, что я уже через час, скорее всего, буду вареный и мертвый. Потому что уже пора будет спать. Потому что пора будет готовить фена. Я буду уже готов. Так, о, карта... Карта Драйфилда и его окрестностей. Ну, реально. Типа, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь зданий. Вау. Магнит на холодильнике, если правильно помню, Газеткин сообщает. А, во, я ищу магнит, точно, точно. Я понял. А где холодильник? Так ты что около него был, нет? Нет, я был в туалете, а мне нужна теперь кухня. А что, тут в туалете нету магнита? В смысле, холодильника? Нету. Ну или я не увидел, по крайней мере. Не знаю, что за туалет такой без холодильника. Что за холодильник такой без туалета? Во, огромный где-то холодильник. На двери что-то есть. Возможно, мне это пригодится. Магнит. Ну, а магнит, на удивление, честно написанный Coca-Cola. Я уже привык к тому, что японцы каждый раз, придумывая что-нибудь, ну, в смысле, придумывая вселенную, чтобы не башлять никому никакие откупные, там, Кика-Кола, Пупси и так далее. Изобретают. Да, Кика-Кола и Пупси. Два, как будто два супергероя каких-то. Да. Во, предмет, магнит.
Хм, нифига тут мини-игры. Not bad. Прикольно. Okay. Сука! Бирпав. Спасибо большое за соточку. 1 рубль на Соника, 99 на князя. Еще вы мой первый донат проигнорировали в плане моего ника. Но да ладно. В плане твоего ника? Ну, видимо, не прочитали, что это донат Бирпава. Или что-нибудь такое. Так. А-а-а. Лол. Как так получилось? Ну, блин, вот это меня заглючило каким-то образом. Короче, Бирпав, да, 501 заносил. Бирпав пополам на фолочи, багер фол. Добрый вечер, предположим, что ретро-квест закроет. Вы продолжили выпускать вне рамок СГ. Спасибо, рублик на свое усмотрение. Я рубль закинул на князь ЛЛС. Нет, на Devil Inside 1 рублик закинул, а по 250 закинул на наши игры, на Metal Gear Solid и на Incredible Machine. Лол. Сорян. Не знаю, почему так получилось. Так, сейчас, подожди, давай сначала с этой, со 100 рублевой закроем вопрос. На Соника рубль ТС добавлено и 99 на князя. А, ну то есть выравнивание опять произошло. Не, Бирпав, подожди, я сейчас поправлю. Я это... сорян, да, ну типа... Это... А, это нормальная собака. Некультурно так делать. Так, Incredible Machine, Incredible Machine. Минус 250, у нас же минусуется. Ты не помнишь? Да, минусуется. Да, минусуется. Да, как все. Раз, как раз для таких этих самых случаев я это и вписал. Минус 250 Metal Gear Solid. Исправляем, исправляем ситуацию. И на Fallout, и на Baggerfall. All Out 2, 250. И Daggerfall. Все, все исправлено. Сорян. Так. В каком жестоком мире мы живем, если даже собака, которая тебя не атакует, вызывает удивление? Собака выглядит очень крипово. Поэтому оно и вызывает удивление, что типа это не монстр. Ну да. Но мы до Дугласа добрались. Да, снова. Может, какой-нибудь промежуточный боссик будет, нет? Ничего не ожидается такой чат? У Дугласа есть душ. Дугласу, может, и не требуется. О май га, вот почему у чувака в пустыне такие низкие цены? Нет, спариватель магазинов для М4. Вот это, кстати, четкая тема. Ну, у него, короче, и дробовик есть, и пистолет есть, правда, простенький какой-то. Короче, ассортимент широкий. Ну, типа, да, у него ассортимент заметно больше.
Босс номер 9 промежуточный, но тоже не скоро вроде. Жалко, жалко. Так. А идти-то теперь куда? А, видимо, у него за спиной. Тут купи несколько пушек, пока ты здесь. Виси вообще. Чувак из Дрожжи Земли, фанат оружия. Но он по типажу немного не сходится, но... Я имею в виду по, не по типажу, а по телосложению. А так да. Сука! Так, Ян Ленин. Пришел. Ян Ленин пришел договориться. 79 на Соника, 3 на и Наклза, 78 на Верхуда, 77 на князя. Ну, давай попробуем. 79. То есть, Ян Ленин так предлагает закончить сегодняшний эфир. Соник на первом месте. Neverhood на втором и князь на третьем. Окей. Ну, так. Спроси его про убежище. В чате виднеется подсказка. Давайте попробуем. Вы еще помните, что что-то обсудить хотели под конец стрима? Не, мы хотели обсудить, я так понимаю, уже после стрима. Да, ну, это после. Это у Фена какая-то тема. Это есть. Разговор не для ваших ушей. О-о-о-о-о. Жестко. Чат, да я не знаю, о чем речь. Я вот сам заинтригован. Фен какой-то, да. Какой-то диалог затевает. Сука! Расти Шеклифорд, 100 рублей. Не, один на Неверхуд, два на князя, остальное мегаломания. Понял. Так, один на Неверхуд добавлено, два на князя добавлено. Остальное это 97. Мегаломания 97 добавлено. Ну ладно. Греб, потом расскажешь нам, что Фен скажет? Не знаю. В зависимости от того, что конкретно будет обсуждаться. А вот и босс номер 9 подъехал. Да что за название такое номер 9? Он из того самого района? Ну, как минимум, подъехал спуск в канализацию. Ай-я, бря. Кока-кола, восстанавливающая митохондрии. Да. Yeah. Веревку не забудь. Сука! Я вроде так, взял веревку. Битуксайра 281. Забыли про Вагрант. Добавляю. Заткни свой рот моим соском. И Ореке 500 рублей. Тоже на Вагрант Стори. И у нас есть явный лидер, господа. Спасибо большое. Пам-пам. Спасибо. Канализация еще рано. Канализация еще рано.
То есть босс а номер 9 будет... мне как бы ткнули и вполне четко сказали, что надо спускаться. Не, ну ты направляйся, не знаю, может быть, сейчас что-то случится. Дубровский, ты имеешь в виду, что босс номер 9 будет до канализации? Или кто? Вылезали. Ты его от Вагрант остались? Кем тебе он? Чё? Ты его от Вагранта остались? Ну, если не остались, буду походить до туда же. Вообще, по идее, остались. Ну, хотя с этой пляской, с этим самым... С картой... Вагрант, он же на первой плойке. И сейчас вот да, было интересное с картой памяти. Так что посмотрим. Бля, какой ты дурак! Ян Ленин, 300 рублей. Закрепляем в одну сторону. Фига. У Ян Ленина, как обычно, Ян Ленин ведет беспорядочную пальбу. Уже не первый раз такое. Просто во все стороны. Какая часть Паразит 2 лучше для плойки или PSP или одинаковые? Паразит 2, она только на плойке первой выходила. На PSP не было какой-то версии отдельной. Ну, то есть, на PSP можно было в нее поиграть, но ты просто играл в игру для PlayStation 1. Насколько я понимаю. Ну, да. Насколько я понимаю, так это и работает. Википедия пишет, что была. Да, сорян. Тогда не знаю. Для меня это открытие. Это бухло? Нет, нельзя смотреть бухло. Их. Блин, на Википедии вижу только платформу PlayStation. Ну, в смысле, первая. Вот у вас в списке есть кучка экшенов Quake 2, например, а когда будете проходить, на какой сложности это будет? Да у нас нет каких-то специальных условий по сложности, так на лету решаем. А Quake 2, кстати говоря, у нас уже было 2 эфира точно, а то может по-моему, быть и 3. По-моему, 3, если не 4 вообще. Не, 4 вряд ли. Ну, короче, Quake 2 мы практически прошли, там контент на один эфир, по-моему, оставалось. Ну, это давненько было. Но это все можно легко проверить, потому что у нас есть в блогах тема ретро-реквест. Quake. Часть первая, часть вторая. Не, две части было. Но я там смотрел, что как раз, ну вот, по прохождению... Вроде контент оставался на еще один стрим. По-моему. Ну, все зависит от скилла, конечно, который, как известно, не очень. Залезай на ящик возле забора и к боссу. Бери веревку. У меня отпуск в начале февраля. Так что бери, я взял веревку. Веревку. Залезай на ящик возле забора и к боссу. Веревка другой менюхи. Какой ящик у какого забора? На колодец веревку и спуститься. На Вики написано, что была перевыпущена на PSP и PS3 в 2010-м. В 2010-м, это имеется в виду, она в 2010-м стала просто доступна на этих платформах через PlayStation Network.
Это, ну, просто... Опять же таки, эмуляция. Голоса. А где у меня веревка-то, которую? Я же ее подбирал. Веревка в меню «Важные вещи». Или ты недооцениваешь веревку, что ли? Ну, видимо, да. Лезь на ящик, и, видимо, там нужно будет ее применить. Героиня отчетливо говорит «тупик». Если это тот ящик. У колодца ящик какой-то стоит. У колодца есть веревка. Ну, может быть, там какой-то фантомный маленький ящичек был. Нет? Ну, я не знаю. Если ты в 4 часа не уложишься, чтобы добить Макрона в Quake 2, в смысле, ну, вполне возможно, не уложусь. Ну, посмотрим по ситуации. Да, типа, у нас сейчас Quake, по-моему, даже в списке нету. А, нет, есть. А, ну да, про него вспоминали. Там в списке есть. О! Так, тут есть удобная карта. Нашел карту? Да. Пробел? Ну, практически. Селект. Ну, еще. На ящике тут нигде не лазает. Ну, у Дубровского, возможно, просто какое-то фантомное воспоминание было с ящиком связанное. Такое бывает. Может, я что-то путаю, как босс попасть? Это хз. Ну чё, у нас осталось 12 минут, поэтому надо что-то... Да. Ну, мы гипотетически можем сказать, вот мы спустились в темную жопу, и, к сожалению, на этом все и заканчивается, для того, чтобы у нас было время на поговорить. А ты можешь сейчас обратно вылезти? Жопу показал, как бы, и вылезти обратно под солнышко. Сейчас смотрю. Не обстанут вот эти мелкие... Доедающие сволочи. А там сейф давно был, нет? Если чё. Ну, когда я последний раз с мужиком говорил. До того, как собаки пришли. Ну, в смысле, собака меня повела через скорпионов и вот это вот все. Ну ладно, все, давай тогда закругляться. Как прям я тогда прям предлагаю вывести таймер до 55. Давай, сделать давай ограничение, раз у нас там что-то какая-то веселуха с... Слава Валькирии! Вот об этом я и говорю. Так. Где у нас часы? Хоп. Работают. Отлично. Спасибо большое, Стар. Добавил на Соника 10-80. Да. О, я сип. Нормально. О, можно ее заставить крутиться как-нибудь хотя бы. Вторая паразитка ощущается странно. В том смысле, что она гораздо больше... Дина Крайзис, который очень похож на
Resident Evil. Но здесь как будто чуть более резидентовские загадки, потому что Dino Crisis, насколько я его помню, как будто более сфокусированный на экшене. То, что меня больше всего смущает, что на данный момент типа игра не рассказала, ну хотя, наверное, и первая часть не то чтобы много рассказала за стрим, но у первой части была какая-то интересная подача, было вот это вот типа вступление, которое происходит в оперном театре. Какой ты дурак! Ёб твою! Ну, то есть там интрига присутствовала прям сходу, с порога. И достаточно быстрая эскалация вообще под происходящего всего. Да, и причем, ну, типа, даже если не брать в расчет. Орики добавил новогрант, если что, спасибо. Спасибо. То, как минимум, была вот эта вот, ну, типа, необычность. В том смысле, что далеко не каждое произведение начинается с того, что у тебя в опере поет женщина, и все зрители в зале загораются. То есть, даже с позиции того, что ты там знаешь сюжет, на что будет идти дальше, как бы нормально. А потом, значит, все это быстро эскалирует, начинаются какие-то сцены, потому что ты не понимаешь, чем выделяется главная героиня, и она тоже не понимает, и что-то от нее хочет главная злодейка. И какое-то это, в общем, более или менее личное противостояние получается. При том, что, ну, типа, происходит какой-то странный трындец. Вот с точки зрения геймплея, я честно не помню, как оно было тогда. Но, ну, типа, было как-то нормально. Я не помню, чтобы у меня паразитка вызвала какие-то там боли или что-то в этом духе. Я помню, что было прикольно. Сука! Растиан 31 Новогрант и остальное на махину. Добавляю. Но, как бы, большая часть того, чем меня цепанула игра, это вот подача сюжета и само странное содержание его. Никонвар 100 рублей на синего ежа докинул. Да, бросил. В этом отношении вторая часть выглядит очень, типа, возможно. Типа, часть очарования как раз заключается в том, что, типа, вторая часть начинается ничем, что потом... Заткни свой рот моим соском. Вагрант. Вагрант 509 от Битуксайра получает, добавил. Да, что потом как-нибудь интересно эволюционирует. Типа, на самом деле, сейчас автор занимается, ну, в смысле, сценарист, каким-то очень далеким, типа, предсказыванием, ну, или закладыванием бомб, которые рванут там через 5, через 10 часов геймплея, и вот тогда... Да-да-да. Ну, уже... чат пишет, что все плот-твисты в конце, типа, второй половине. Ну, да, и вот тогда, короче, я сяду на, грубо говоря, американские горки, и вся трасса уже будет разложена, и я просто по ней пронесусь, и у меня глаза от восторга вытекут, потому что, о боже, это великолепно, это гениально. Пока что, короче, да, типа, происходит очень какая-то будничная, рутинная зачистка. В не то чтобы каких-то супер... Да. Да, успели? Лежать на мужике. Да, это еще успел. И еще 10 секунд у нас есть еще... Соник 777 получил от старта и... Все! Вот Соник! Теперь точно мы зафиксированы. Ну, Стеарт, конечно, профессионально играет на ленточке. То есть у него уже достаточно, ну, мощный опыт в этом плане. Но, ну, да. По-моему, и старта когда-то обыгрывали, если мне память не изменяет. Старт, или ты все время вот эти финиши выигрываешь? Спасибо, в любом случае. Возможно, он просто засекал тайминги, которые были до этого.
Вот. Было дело, да, говорят. В остальном, короче, если обобщать, то так как я не то чтобы супер-дупер какой-то специалист в, опять же, Resident-лайках, то большая часть, ну, типа, в целом это было кайфово, потому что, ну, типа, достаточно прикольные монстры, по крайней мере, они любопытно выглядят и ведут себя. И их много, и они все очень разные, типа, ты только зашел в игру, прошел две локации, а тут уже тебе и собаки такие, и собаки-сякие, и гусеницы, бабочки, какие-то эти самые здоровенные чуваки с резиновыми руками. В этой локации там собаки, еще какие-то штуки, и младенцы эти ну, не микроскопические, а ползающие. И типа, вау! Вот. Но больше всего мне не нравится в этих штуках до сих пор танковое управление, потому что оно... Ну, в смысле, танковое управление в сочетании с вот этой камерой, потому что... Типа, я все понимаю, но это вот не моя чашка чаю, я прям... Не то чтобы страдаю, просто вот, короче... Очень тяжело мне настроиться на такой стиль управления, но при этом мне нравится неторопливость, вот, с ну которой да. все происходит. И особенно начало, когда ты приходишь, типа, все спецназовцы разорваны, везде валяются клочками, и играет такая еще очень в меру напрягающая музыка, и ты вот, собственно, топ-топ-топ из одного угла в другой. Mm-hmm. И, короче... Ну, в танковом управлении есть свое очарование. Я, типа, понимаю отчасти, ну, вот этот вот дискомфорт, но в той же в Code Veronica, которая не так давно была, в которую я играл, достаточно быстро я все равно привык и уже начал, ну, не замечать вообще особенности его, ну, то есть, свыкся и нормально было. И да, вот эта вот неторопливость, действительно, она вот есть шарм свой в этом. Вот. Вот такие вот, короче, дела. В целом, штука хорошая. Ну и главное, это музыка. Вот, типа, все 4 часа, куда ты не придешь, где играет, ну а музыка здесь играет практически везде. Музыка очень прям приятная на, как сказать... На куче уровней, потому что и подбор инструментов, и подбор, типа, жанра, что должно играть, и само, типа, сама композиция, как там, композиционное решение, вот это вот все, прям, что я однозначно хочу сделать, это пойти и послушать музыку отдельно, но я не знаю, насколько она сочетается... Ну, в смысле, вне контекста будет хорошо звучать. Вот. Да, еще в этой игре есть душа, знаменитая сцена в душе, но сегодня, к сожалению, мы не успели до нее еще добраться. Еще она есть на Ютубе, поэтому если вам так интересно и не терпится, то я не полезу на Ютуб для того, чтобы вам ее показывать. Да, ребят. Вы можете сами ничего. На удобном для вас девайсе ее открыть и насладиться так, как вы хотите. Ну, сразу рекомендую из третьей игры все-таки, но вторую тоже для кругозора, так сказать, можете глянуть. Я как сторонний наблюдатель, прям быстро, как сторонний наблюдатель, еще раз выскажусь, что все-таки первая часть, которую мы тоже стримили по Resident Evil, меня заинтриговала больше. Вот она была необычней, она была вот именно с точки зрения постановки, и каких-то вот сцен и разыгрывающихся событий была любопытнее, интересней. Ну, мне так показалось. Опять же-таки, неизвестно, что там за повороты во второй половине про Resident Evil 2 и что за концовку сценаристы приготовили. Может, она все окупает. Но пока вот такие мысли. Да, а на этом на сегодня у нас все. Собственно, мы передаем бразды правления Эльману и Максиму. А вам и желаем там, приятного вечера и спокойной ночи. Да, хороших выходных. В следующий раз будет Соник у нас. Спасибо большое донатерам, как обычно, за вашу поддержку. Это все очень ценно. Спасибо. Да, все. Всем спасибо, всем счастливо. Поговорим сейчас.
Да, это обязательно.